And I'm going to talk about some kind of innovation that we have been trying to implement as far as professional practice or practicum, as we sometimes call it, is concerned. What the role of a practicum could actually be in translator education, and how to redesign it to make it more useful, to make it more compatible with the curriculum. In fact, how to reorganize the curriculum so that the curriculum uses feeds from the practice rather than the other way around. There is, of course, the theoretical background to our work. We strongly believe that translator education should be in line with the anthropocentric theory of language acquisition, within which languages are not actually taught and professional skills are not actually taught, but rather learners, trainees, student translators. We need to create conditions for them, for language production languages to emerge, to appear as a result of their own needs. We are very much in favor of multi-componential theory of translator competence, Anthony Pym and others, where we break down translator competence into separate components, and we try to cater for them at different moments of the whole five-year curriculum. All those concepts that are well established in language learning and language acquisition. Okay. Концепты, которые были установлены в изучении языка, такие как социальный конструктивизм, обучение на практике, предоставление, мы пытались внедрить их в подготовку переводчиков, и мы убеждены, что подготовка переводчиков должна осуществляться в зависимости от задач, которые ставятся перед переводчиком, и в соответствии с совместным обучением. И я покажу вам, как мы проводим эту подготовку в направлении прикладной лингвистики в университете Марии Кюри. Польша, прикладная лингвистика, это означает двойная программа языковой подготовки с высоким уровнем владения двумя языками, очень ориентированная на практику, и подготовка на двух языках. Основные практические курсы, практические языковые курсы и курсы по устному и письменному переводу с минимальной ролью литературной, культурной составляющей изучения языка. Это прерогатива филологического университета и направления. Поэтому мы отличаемся от обычного филологического университета. Мы занимаемся прикладной лингвистикой. Именно это прикладная лингвистика означает в Польше. Мы готовим переводчиков на двух иностранных языках: с английским, французским, немецким, португальским, испанским, русским. Мы единственный институт в Польше, который готовит переводчиков с этими языковыми парами. Я думаю, что мы являемся одним из двух университетов вместе с университетом Варшавы. Это очень сложная программа, которую мы стремимся осуществлять. В рамках этой программы большая часть внимания посвящена подготовке переводчиков устных и письменных. Это означает, что навык перевода начинает развиваться с первого дня подготовки, с первого дня учебы. Это простые задачи, такие как перевод с листа, затем последовательный перевод. И только в течение последних нескольких лет перед выпуском мы начинаем внедрять синхронный перевод. В то же время, так же как и с письменным переводом, мы начинаем с общих текстов, затем используем прикладные тексты, специальные тексты, и только
течение последних годов обучения студенты переводят художественную литературу. Мы занимаемся подготовкой субтитров, озвучка, аудиовизуальный перевод. Все это не будет возможно без CAT, инструментов, которые необходимы для упрощения перевода. Сегодня мы заинтересованы в практической части перевода. Я бы хотел поговорить с вами о практической подготовке переводчиков. Это цели обучения для переводчиков, установленные на различных руководящих принципах, такие как магистерская программа перевода европейского образца. Если вы посмотрите на эти цели, становится очевидно, что подготовка переводчиков должна, все студенты должны понимать основные критерии оценки перевода, они должны знать основные источники информации, должны знать основные юридические вопросы, касающиеся индустрии перевода. Но самое важное, они должны уметь переводить не только индивидуально, но и в группе, и брать на себя лидерскую роль, оценивать эффективность перевода, управлять задачами по переводу, а также выполнять это в соответствии с необходимыми требованиями качества. Также необходимость действовать самостоятельно и работать вместе с другими переводчиками. Конечно же, это основные цели перевода, которые мы стремимся достичь в течение 5 лет подготовки. Это 3 года бакалавриата, 2 года магистратуры. И практика – это очень важная часть этой подготовки. Переводческую практику организовать не так просто. Первые 15 лет существования нашей кафедры мы не могли до 2015 года организовать достаточную практику студентам, как бы нам того хотелось. И, к сожалению, первое время нашего существования показало, что студенты были не очень довольны качеством практики, которую предоставляли в университете. Это была проблема, обнаруженная в результате исследования оценки качества практики в университете. И, как вы можете увидеть, это ряд проблем, которые относятся не только к практике в иностранных языках, а проблема, связанная с поиском работодателей, сохранение сотрудничества между компанией и университетом, оценка механизмы, которые будут поддерживать сотрудничество между университетом и работодателем, попытки оценить качество предоставленной практики студентам. Наша внутренняя оценка данной проблемы заключается в том, что в первой части попытки внедрить практику, практика основывалась на инициативе отдельных студентов. Это означает, что студенты часто искали организации, которые предоставят возможность практики, крайне разрозненного характера. Система в различных институтах загрузка образования, загрузка задач была крайне различной. Некоторые организации, например, компании на рынке редко давали оценку качества перевода, который готовят студенты и практиканты. И это, конечно, еще одна проблема, которую мы не могли решить. Когда агентства по переводу были вовлечены, их деятельность и их оценка была очень низкой, была низкая вовлеченность в подготовку студентов. Мы хотели сделать что-то, чтобы решить эту проблему. Также нам необходимо было поднять качество подготовки перевода студентов. И для того, чтобы сделать это, во время
учебы в рамках программы, а не распределять ее во время каникул. Это не то, что ожидается от университетов. Нам также необходимо было соответствовать всем юридическим правовым нормативам, которые ограничивали время практики от 3 месяцев до 6 месяцев. Поэтому нам удалось значительно увеличить объем практического перевода. Нам также удалось это внедрить в программу подготовки. Таким образом, обе направления, академическое направление подготовки, отлично поддерживают подготовку студентов. И основные направления изменения реформы практической подготовки студентов мы начали в 2013 году и все еще продолжаем. Вместо того, чтобы сфокусироваться на поиске переводческих бюро, мы стали обращаться к НКО, культурным организациям, муниципальным организациям и подразделениям с помощью сети знакомств, а также привлекая и вовлекая студентов, предлагая им активно искать свою практику. Мы оценивали до того, как мы оценивали организации до того, как направляли туда студентов. Это очень важное изменение. Мы хотели диверсифицировать масштаб занятий. Мы хотели внедрить практику, в практику какие-то реальные прикладные вопросы, а не какие-то гипотетические обсуждения терминологии. Мы также хотели увеличить, поднять престиж нашего направления подготовки как института, который дает самую лучшую подготовку в практическом переводе. Итак, что нам удалось сделать в результате этой работы? Нам удалось собрать список организаций, которые предлагают практику, которые соответствуют различным сферам. Все, что еще необходимо сделать, это увеличить объем работ, число работ, внутреннюю практику, больше делать для других направлений, для других институтов внутри университета. Мы решили отказаться от сотрудничества с переводческим бюро, поскольку переводческие бюро видели практику и стажеров как попытку получить большую часть рынка и меньше инвестировать, получить дополнительные контракты и эксплуатировать студентов в некотором роде. И, конечно, мы хотели, чтобы эти организации, которые предоставляют студентам практику, были оценены как организации высокого качества, которые будут давать обратную связь на качество перевода наших студентов. Мы хотели установить длительное сотрудничество с ними, поощрить декана университета подписать соглашение с этими университетами, с этими организациями для сотрудничества. Вот список основных наших практических, наших организаций, которые предоставляют практику нашим студентам. Мы гордимся сотрудничествами с ними, сотрудничествами с телевизионными станциями, с радиостанциями, с НКО, с музеями, а также с представителями местной власти. А также мы получили возможность привлечь иностранных инвесторов, дать дополнительный академический потенциал, который демонстрируется через которые способны переключаться между 2, 3, 4 языками, которые они знают на достаточно высоком уровне. Вы можете увидеть некоторых наших студентов в процессе работы, вы можете увидеть фотографии с мероприятий, которые переводились с нашими студентами. Как я уже сказал, очень важно
осуществить следующую задачу. Это расширить внутреннюю практику для студентов, которая расширяет масштаб тех переводческих услуг, которые могут осуществлять наши студенты. Перевод отдельных отрывков, проверку презентаций. Все это необходимо сделать только с самыми лучшими студентами, самыми лучшими выпускниками и только на тех факультетах, которые расположены, которые используют ту терминологию, с которой будут знакомы наши студенты. Например, гуманитарные дисциплины, экономика и так далее. Мы работаем над целым рядом задач. Идея подобных проектов — это установить потребность технологических решений для определенных студентов, определенные решения по особенностям работы. Нам необходимо создать онлайн-платформу с помощью Google Form, так, чтобы они предоставляли студентам платформу для совместных переводческих проектов. Также с точки зрения подготовки глоссариев, сохранение, проверка, поддержка глоссариев — это очень важно. Нам необходимо создавать проекты студентов различных лет обучения, студентов бакалавриата, магистратуры и так далее, которые начинают учебу или которые заканчивают учебу. Нам необходимо распределить их роли, их обязанности. И третья очень важная вещь — нам необходимо адаптироваться, нам необходимо заполнить информацию об основных задачах, таких как перевод на конференции, переводить мероприятия нашими студентами и преподавателями. Я уже сказал, что проблемы с предыдущей системой заключалась в том, что оценки ставились на основании того, что мы можем видеть различные задачи по переводам, которые отличались от числа студентов, которые могут, и студенты получают определенные баллы, собирают портфолио тех работ по переводу, которые они выполнили. Я уже отметил, что очень важно учитывать систему оценок, и это наша отчасти инновация. И, конечно, эта роль очень важная. Многих выпускников поощряют, и, конечно, следить за работой студентов, за их переводами, им поручают различные задания. Это чрезвычайно важно. Также у нас есть система коллаборативных переводов. Этот человек оценивает перевод, вносит необходимые правки. И не могу не сказать, очень важно, конечно, учитывать разные задачи. Студенты программы бакалавриата, возможно, выполняют не столь серьезные задания касательно перевода, однако они тоже весьма важны. Терминология, референсы, они ищут тексты по различным темам, они выделяют терминологию из различных текстов, которые предназначены для перевода.
они составляют глоссарии, создают базы данных по ссылкам. Идея, конечно, заключается в том, чтобы эти исследования, эти, можем сказать, эти начинающие переводчики могли повысить свой статус, чтобы их поощряли. И, конечно, чтобы по окончании университета они получили некоторый опыт. И этот опыт весьма важен. Порой выбор практики, как мы уже сказали, это выбор студента. Еще одна инновация. We wrote to you, yeah, in the chat personally, but I suppose you didn't see that. Yeah, you have just 2 minutes. Okay, 2 minutes is fine. This is last but one slide. So the final innovation. Последняя инновация, которую я хотела бы сказать, мы изменили нашу программу таким образом, что мы избавились от написания диссертации, ее защиты. Мы даем им специальные проекты, которые они подготавливают во время практики. Они его представляют членам комиссии. И это подтверждает их статус. Это очень недавнее введение, и мы надеемся, что это последнее решение будет даже более важным, придаст больше необходимых навыков студентам, чем привычные работы. И, как я уже сказал, к сожалению, я несколько задержал свое выступление. Благодарю вас за внимание. И я с радостью отвечу на все ваши вопросы. Также вы можете мне писать на электронную почту. И также пишите, если вы захотите получить презентацию. Надеюсь, что организаторов будет возможность ее всем отправить. Благодарю. Спасибо огромное нашему коллеге Ярославу Крайке за очень интересный и очень практический доклад. Конечно же, всегда интересно слушать о том, что непосредственно происходит на образовательных программах. Тем более, что мы очень часто встречаем вузы, где совместно с польскими коллегами у нас есть программы двойных дипломов. Например, я знаю такую программу в Московском педагогическом государственном университете, где обучаются переводчики. Поэтому мы очень благодарны за то, что вы поделились с нами живой и очень актуальной информацией. Большое спасибо. Я думаю, коллеги, что мы с вами построим так. Мы будем следить за регламентом, чтобы у нас все доклады прошли. Да, вы, пожалуйста, фиксируйте свои вопросы, то есть что непосредственно заинтересовало. И я буду стараться, чтобы нам хватило времени в конце все-таки пообщаться. Да, мы пришли не только послушать друг друга, но конференции всегда были местом общения. То есть мы не хотели бы, чтобы онлайн-формат нам помешал это сделать. Да? Поэтому все какие-то такие насущные вещи, пожалуйста, помечайте себе. И после последнего доклада мы непременно с вами обсудим. А сейчас я бы хотела предоставить слово нашей коллеге из Воронежского государственного университета Анне Александровне Исаевой, которая выступит с сообщением на тему «Опыт применения средств автоматизации перевода в практическом курсе финансово-юридического перевода». Да, большое спасибо. А можно мне возможность презентацию подключить? Дадите, а у вас там блок разве стоит? Алло, нет, я сейчас посмотрю. Нет, сейчас я, наверное, сейчас я это найду. Одну секундочку. Блока не было. Все могут. Да, все, я вижу, да. Мы уже видим, все грузится. Да, все отлично. Ага. Угу, все видно, да? Угу. Да, прекрасно. Да, хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня хотелось бы тоже с практической точки зрения подойти к вопросу подготовки переводчиков и, так сказать, в продолжении пленарных докладов о необходимости междисциплинарных связей и необходимости поддерживать эти связи. Хотелось бы сказать, что, конечно же, сегодня владение переводчиками средствами автоматизации перевода уже не подвергается сомнению. И знакомство и освоение ряда таких программ, как Trados, MemSource, MemoQ,
тот би ряда других на практических занятиях студентов этому способствует. Поэтому важно актуализировать знания в данной сфере с учетом современных технологий, применение которых сегодня обязательно требуется работодателями на рынке труда. Как показал опрос пятикурсников, которые вот вернулись в конце этого марта с производственной практики в бюро переводов, у них вызвали определенные затруднения, необходимость работы в CAD-системах в бюро переводов. Иногда менеджерам приходилось практически заново рассказывать об основных принципах работы. Поскольку курс компьютеризированного перевода читался им все-таки уже полтора года назад, в 7-м семестре, и многие из них подзабыли основные функции и значительно утратили навык владения этими программами из-за отсутствия практики на реальном материале, поскольку, как мы знаем, к сожалению, многие из этих программ весьма дорого стоят, и не у всех есть возможность их в личное пользование получить. Но, тем не менее, поскольку у нас в дипломах у выпускников заявлено освоение этого курса, представляется недопустимым тот факт, что у них недостаточно развито одно из самых востребованных умений сегодняшнего современного переводчика. Поэтому нами была предпринята попытка актуализировать навыки владения CAD-средствами на занятиях по финансово-юридическому переводу. Необходимо отметить, что выбор такой тематики обусловлен в первую очередь большой популярностью и спросом на перевод в этих сферах, а во-вторых, именно документы такого типа, как договоры, счета, фактуры, бухгалтерская отчетность, акты, претензии, уставные документы, доверенности, страховые документы и другие, достаточно хорошо поддаются обработке системами автоматизированного перевода из-за большой клишированности, необходимости соблюдать единство терминологии и определенной шаблонности. Внимание студентов, конечно же, мы обращаем на тот факт, что работа в CAD-системах позволяет переводить документы различных форматов, как и Word, и презентации, HTML-документы, и PDF-файлы, и многие другие, с сохранением форматирования в переводе, что, конечно же, востребовано. В этом году такая работа велась и ведется на 4-м курсе на по тематике способы платежа и виды платежных документов, и на 5-м курсе по тематике контракты и бухгалтерская отчетность. Работа на обоих курсах строилась по следующему сценарию. Во-первых, это знакомство с темой, разбор основных понятий, освоение терминологии, поскольку далеко не все темы затрагивались в курсе экономика, правоведение и менеджмент. Небольшой опрос студентов также показал, что на вышеупомянутых курсах студенты получают более широкие глобальные знания в этих сферах. Мы же на практическом курсе перевода занимаемся более узкой специализацией. Далее происходит разбор типовых документов в зависимости от сферы, которую мы в данный момент изучаем. Составление глоссария в Excel, на основании которого позднее формируется терминологическая база и подключается на этапе создания нового пакета для перевода в среде SDL Trados. Поскольку ранее студенты выполняли перевод и проводили проверку текста в формате Word, то мы проводим сопоставление и сравнение этих документов для создания памяти переводов, что вы сейчас видите на экране. Преимущественно мы работаем в системе SDL Trados, поскольку это основное CAD-средство, которое у нас имеется в наличии на факультете, но иногда мы привлекаем и MemoQ, и некоторые другие средства автоматизации перевода. После проверки и подтверждения сегментов сопоставленные документы импортируются в базу переводов, предварительно созданную для данного проекта. Затем происходит поэтапное создание проекта с загрузкой нового файла на перевод. Происходит подключение созданной базы памяти и при наличии терминологической базы предварительно, которую мы создали в глоссарии, тоже их подключаем к проекту. Далее применяем опцию предварительного перевода для поиска соответствий в базе. При этом в настройках предварительного перевода необходимо выставить минимальный процент совпадения на 70 для увеличения количества соответствий. Про это тоже иногда студенты забывают. Далее, при желании, можно проводить и нужно проводить, конечно, анализ документа, посмотреть статистику перевода, чтобы видеть объем работы, который нам предстоит. Затем студенты занимаются непосредственно переводом в среде SDL Trados. И
Далее проверяем качество перевода, quality assessment, орфографию или проверить наличие тегов, правильное форматирование и так далее. И создается обратный пакет для отправки заказчику. Ну, заказчик у нас как бы виртуальный заказчик, да, в роли его выступает преподаватель, который это проверяет. На пятом курсе работа ведется по схожей схеме, только помимо контрактов, тем контрактов мы добавляем еще бухгалтерскую отчетность, но кроме этого добавляем еще этап редактирования на примере уже выполненных каких-то переводов, для этого включается тоже вариант исправления в этом, опция исправления в Традосе. И студенты могут проверить учебные переводы, переводы друг друга на предмет соблюдения единства терминологии, правил грамматики, орфографии, стилистики, правильности оформления, наличия ошибок, верности представления прецизионной информации и другое. Кроме того, изучаются возможности технического редактирования и корректорской правки, создание корпуса документов в формате исходник-перевод, возможности поиска отдельных терминов не только в словаре, но и в переведенных документах, а также в онлайн-базах терминов и словарях. В дополнение студенты узнают о возможности подключения машинного перевода, потому что сейчас это уже не является таким табу, а очень даже активно приветствуется во многих бюро переводов, и постигают азы постмашинного редактирования. И это очень актуальное направление. Даже по оценкам ведущих бюро переводов России, такая услуга сегодня занимает третье место по всеобщему из всех переводческих услуг предлагаемых. Применяемые полученные ранее знания, студенты проводят анализ и сравнение архивов перевода, создают память перевода и терминологические базы, что ускоряет процесс перевода на занятиях и позволяет накапливать им базы переводов для будущей профессиональной деятельности. Все это у них хранится уже дома, уже на своих компьютерах. Таким образом, наряду с освоением актуальной тематики в сфере финансово-юридического перевода, нам удается укрепить междисциплинарные связи, поскольку занятия базируются на изученном ранее материале на курсах компьютеризированный перевод, правоведение, экономика, менеджмент, практический курс письменного перевода, актуализировать умения и навыки студентов для подготовки глоссария, проведения анализа текста, предпереводческого анализа, перевода и первичных навыков редактирования, что пользуется, конечно же, спросом на рынке труда и позволяет молодым переводчикам чувствовать себя более уверенно в высококонкурентном мире переводческого бизнеса. Вот, спасибо за внимание. Спасибо вам огромное, Анна Александровна. Нам было очень интересно вас послушать. И я вот в течение всего вашего сообщения вспоминала, как нам было нелегко в начале, да, вы, наверное, слышали о проекте профессионального стандарта специалистов в области перевода, обсуждать моменты, связанные именно с письменным переводом, с использованием автоматизированных средств, да, то есть оппоненты по нашему проекту говорили, что компании сами доучат, да, и сделают это уже на рабочих местах, а компании говорили, что они не очень бы хотели доучивать, и я очень рада, что у нас сейчас, скажем так, в этом смысле абсолютный консенсус. То есть у нас в вузах наконец-то мы изучаем письменный перевод и с точки зрения нюансов передачи смысла, ну, в том числе с учетом требований работодателей. Поэтому бесценно то, о чем вы говорили, тем более финансово-юридическая сфера достаточно сложная терминологически, мы понимаем, да, сколько нужно здесь провести, сколько нужно уделить времени исключительно подготовке, фоновым знаниям и всему остальному. Да, это действительно так, да. Да, спасибо. Вот мы видим там вопрос, да, если он коротенький, Екатерина, пожалуйста, да, потому что мы договорились дискуссию перенести на финал, поэтому если он не масштабный, мы вас слушаем, Кать. Здравствуйте еще раз. Спасибо большое за интересный доклад. У меня вопрос. Использовались ли какие-то дополнительные модули для SDL Trados? Например, My Memory, Look? Нет, я так думаю, мы используем базовый пакет, который у нас просто закуплен университетом, да. Поэтому, к сожалению, не все опции, которые хотелось бы и можно было использовать. Тот же, допустим, подключение машинного перевода, это идет за отдельную плату у Традоса. Вот в Мемсорсе это проще сделать. Вот, поэтому как бы вынуждены работать с тем материалом и с тем функционалом, который есть. Но, тем не менее, рассказываем студентам о дополнительных возможностях. И, конечно, кто хочет, тот найдет, тот попытается это сделать, да.
Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Анна Александровна, ну вы с Светланой Юрьевной Световой знакомы, контактируете? Да, мы знакомы, да, мы с ней знакомы и даже сотрудничаем, так что вот она у нас тоже в университете курс постмашинного редактирования, как раз планируется чтение, так что мы с ней тесно работаем. Да. И она у нас читала лекции вот, в прошлом семестре, так что мы взаимодействуем. Ну, значит, у вас отличная поддержка. Да. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Да, а мы с вами продолжаем, и у нас следующий доклад, и он идет в соавторстве, и позволю себе сказать, что я так рада видеть это соавторство, не просто исключительно исходя из тех фамилий, которые я здесь вижу, я рада видеть это соавторство, потому что это Донецкий институт социального образования и Киевский национальный университет имени Шевченко. Наши коллеги, мы очень дорожим, что вы с нами. Пожалуйста, вы можете делиться экраном. Выступление коллег Шолохова Алексея Викторовича и Парфимович Ольги Викторовны, извините, нарушила очередность, использование метода мультинаправленности в обучении переводчиков. Добрый день, меня зовут Ольга, я из Украины, Киев, и хотела бы представить сейчас свой доклад, возможно, кто-то заинтересуется. Итак, мультинаправленность в обучении переводчиков. Однозначно заинтересуемся, извините, пожалуйста, что перебью. Однозначно заинтересуемся. Да. Что такое мультинаправленность, в конце доклада уже, я так думаю, будет известно, как бы вы поймете, что это. Итак, проанализировав функционал переводчика не только в бюро переводов, но также и на предприятиях, производственных предприятиях, отдельных фирмах, компаниях, мы пришли к выводу о том, что узкоспециализированный специалист сейчас не совсем востребован, а нужен универсальный солдат. В особенности это касается предприятий, даже если взять, например, нефтегазовую отрасль. Переводчик приходит, он не обязательно будет переводить нефтегазовое, он будет встречаться с договорами, с такой документацией, как договора, вот доверенность уже говорили, да, бронирование там гостиниц, когда карантины закончатся и все остальное. Вот. Не говоря уже походы с делегациями, устный перевод, тем более там могут случаться какие-то казусы медицинские, и переводчик должен быть готов и к этому тоже. Вот, мы выделили, сейчас следующий слайд, выделили такие тематики перевода, которые, на наш взгляд, наиболее востребованы сейчас. Вот коллега перед этим тоже говорила об этом. Итак, на первое место я могу поставить медицинский сейчас. Это, мне кажется, не обсуждается. Да? Медицинский, финансовый, нефтегаз. Я очень прошу прощения за то, что прерываю. Оля, да. А можно сделать... Я понимаю, что можно увеличить там зумом и так далее, но все равно получается мелковато. Если вы перейдете в слайд-шоу, у вас уйдет левый столбик и будет full screen, и мы будем видеть все крупнее. Есть? Пока нет. Вот. Все, супер, уже спасибо. Видно, да? Да, хорошо. Спасибо большое, простите. Значит, речь пойдет здесь о том, что мы разработали метод подачи материала блоками. Можно назвать блоками, можно назвать модуль. То есть то, что вы сейчас видите, например, медицинский, финансовый, нефтегазовый, это все блоки. Под блочностью мы понимаем структуру подачи материала, а именно деление материала на блоки при обучении. То есть это определенное количество материала, рассчитанное на определенное количество часов для изучения особенностей перевода текстов одной тематики. То есть студенты не полгода, например, занимаются финансами, это можно потом, да, а они получают поблочно знания практически по каждому направлению. Если вуз находится в какой-то области, где развита металлургия, горная промышленность, пожалуйста, можно уделять больше этому времени. Итак, каждый блок вот такого типа может делиться на подблоки. Сейчас вот следующий слайд. Подблок первый, чему мы бы уделяли внимание, это общие особенности научно-технического перевода.
Дальше я покажу на примере, что в каждый подблок может включаться. Но здесь я хочу сказать, что в каждом блоке, например, начинается блок медицинский там, или геологический. Первый подблок «Общие особенности научного и технического перевода» не опускать. То есть пусть это идет повторением по каждому блоку. По крайней мере, в голове отложится прочно. Второе. Особенности конкретного направления перевода. В частности, мой пример будет касаться перевода медицинской геологии. Это новое направление, довольно-таки интересное, сочетает в себе две тематики – медицину и геологию. Ну, вы увидите потом на практике. И третий подблок – это практическое применение полученных знаний. Тоже я потом скажу, что под этим разумеется, но думаю, что уже по названию можете догадаться. Вот. Также хотелось еще уделить внимание такому аспекту. Мы назвали его перекрестная многозначность. Но перекрестное это мы сами придумали, многозначность все понятно. На примере вот слова депозит, да, и слово депозит, и вот у нас идет три блока, да, медицинский, например, банковский, юридический, геологический, то есть вы видите, как это слово переводится, да, первое, что приходит в голову, это, естественно, вклад депозит, мы уже все этим, с этим знакомы, да, вот, в медицинском пошло отложение зубного камня и, соответственно, геологический залеж месторождения, и то в геологическом это будет не все так однозначно, потому что залеж – это нечто мелкое, месторождение – это крупное. Если это встречается в одном и том же тексте, то желательно это переводить двумя разными словами. То есть для депозит это будет залеж, для месторождения это будет field. И еще немножечко о перекрестности. Мы специально ввели, я буду зачитывать, потому что так будет быстрее, наверное. Мы специально ввели слово «перекрестность», чтобы подчеркнуть необходимость заострения внимания студентов на том, что одно и то же слово, но в разных тематических направлениях будет переводиться по-разному. То есть идет перекрещивание тематик. Как следствие, студент не привязывается к одному переводу такого слова, как единственно правильному и возможному варианту перевода. В памяти обучаемого будет откладываться посыл на многозначность слова. И обязательно где-то на практике это выстрелит. Отдельным моментом я бы хотела сказать, вот мы сегодня на стендовых докладах обсуждали этот момент развития письменной речи. К сожалению, ну, к сожалению, а может быть и к счастью, вот, тоже вот сегодня говорила на пленарном заседании Ольга Викторовна, вот, о том, что, ну, как бы гаджеты – продолжение руки, но нельзя человека, вот как нас, например, в некотором плане из-за карантина лишили общения, нельзя полностью уходить от письменной речи, то есть от такой, от такого вида речевой деятельности, потому что рука и письмо непосредственно связаны с головным мозгом, с памятью, вот, и, соответственно, человек больше запоминает, работают абсолютно другие принципы запоминания, скажем так, вот, и использование, если, например, в особенности, вот в условиях карантина, когда дистанционное занятие, невозможно проследить то, как, например, студент, то ли он сам пользуется, то ли с помощью машин, ну, мы, конечно, может, и можем определить, как там машинные переводы, не машинные переводы, да, но создается у студентов легкого, быстрого перевода. В результате всего из стен вуза выходит человек, который даже не может просто проверить этот машинный перевод, вот. Я говорю это не просто так, потому что именно эту проблему я поняла, уже работая не со студентами там, первого, второго, третьего курса, а когда идет, скажем так, переподготовка, повышение квалификации. То есть когда люди приходят и чуть ли не научите нас переводить. Вот. То есть теряется квалификация, профессионализм и более того качество перевода при таких... Но я сейчас говорю не только о проблеме, как вот решение, я видела ее, ну, опять-таки, не в условиях карантина, это в работе именно в аудитории. Внеаудиторно проверить очень тяжело и эти сочинения, как они пишутся, то есть... карточки, то есть я могу видеть, как работает человек без гаджетов. Да, да.
И отсюда у нас как бы возник вопрос, кто же должен преподавать вот такой обширный, скажем так, курс. И здесь я считаю, что не стоит бояться переводчиков-практиков. То есть, да, конечно, хорошо, это мы, как говорится, академические там работники и все остальное, но есть переводчики, которые проработали 10-15 лет с такими перекрестными тематиками, и их нужно приглашать на такие курсы. Это чисто наше мнение, уже основанное на опыте. Вот. Потому что вот сегодня тоже, опять-таки, возвращаясь к пленарному заседанию, да, когда я задавала там вопрос, и мне отвечали о том, что потом собирали преподавателей, проводили какие-то курсы там для них. Ну, все это очень долго. Все это очень долго. Вот. А переводчик, который проработал с этими перекрестными тематиками, он уже, собственно говоря, практически готов. Так, и, соответственно, вот она нагрузка на преподавателя, в особенности, если это касается уже практической отработки. Да? Это вот эти вот блиц-сочинения, отработка. То есть это все разрабатывается, это все готовится, это сам преподаватель-переводчик все это делает. Итак, сейчас я уже перехожу больше к практике. Да? Общие особенности научно-технического перевода. Это первый подблок идет. Здесь все то, что, ну, скажем так, теория перевода. Вот. И здесь и многозначность, и синонимия. Я выбрала такое самое основное, да, в частности, вот частотность употребления, относительная важность некоторых грамматических форм, пассивный залог, препозиционное положение существительного в роли определения. То есть это все то, что повторяется из блока в блок. Так, теперь вот особенности конкретного направления перевода медицинской геологии, да, слова, что мы подразумеваем, что сюда должно входить. Ну, творчество у всех может быть самое разнообразное в отношении этого подблока. Слова иностранного происхождения, да, научные названия. Вот пошла медицинская геология, вот он, ретинит, да, и ретинит медицина, и ретинит в геологии. В геологии ретинит – это вид янтароподобной смолы, а ретинит в медицине – это воспаление сетчатки и, по-моему, у скота, скажем так. Так, и гепатит – это уже то, что более известное, опять-таки, гепатит – это разновидность барита, да, а гепатит медицина – это мы все знаем, воспаление печени. И не дай бог в переводе, скажем так, перепутать вот эти вот окончания стабильные, потому что для геологического это на «ит» будут окончания, но это наши, скажем так, в русском языке. Да? Вот. И медицина – это… Ну, окончание «айтис» уже для болезней. Вот. Я это почему говорю? Это уже из моего собственного примера, потому что я сотрудничала в Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых. И вот, в частности, переводя труды по янтарю, скажем так, для меня была вот эта вот ретинит, это было открытием. Вот, скажем так. Так, дальше. Продолжаем дальше, то есть образование новых слов. Также мы столкнулись, вот тоже когда переводился большой объем, столкнулись с тем, что наука не стоит на месте, все развивает. И иногда переводить приходится то, что, чего еще нет. Вот. Но, в принципе, это можно перевести, потому что как бы можно предположить, как это можно перевести, скажем так. Названия геологических периодов. Я начну, например, с антропогена. Да, в западной литературе, в геологии это голоцен называется. У нас он как антропоген. Вот, и русский ученый Терстепанян предложил уже деление. Последний наш период он предложил назвать техноген. Это был конец 20 века, 1988 год. Вот. Соответственно, по аналогии с предыдущим, там, неоген, палеоген, да, мы образовали вот техноджин, вот, и уже как бы внедрили это. Книги по переводу эти все есть, сейчас просто нет времени об этом всем рассказывать, если что, я потом с удовольствием отвечу на эти вопросы. Более того, я настолько заинтересовалась геологии в целом, что, в принципе, вот тоже сегодня говорили на пленарном заседании, я закончила второе высшее образование по специальности геология. Буквально в прошлом году закончила университет Шевченко. Вот, и теперь я просто специализируюсь на этих переводах.
Вот. И вот здесь вы видите тоже, мы сейчас с вами в четвертичном периоде, да, а quinary – это у нас пятеричный, его еще нет, но он уже в книгах, он уже есть. Так, можно дальше. И здесь тоже так, знание перевода и произношение там химических элементов. Тоже нужно не обольщаться на схожесть, скажем так, что вроде бы как на слуху все, да, вот не дай бог там перепутать вот этот boron, там сбор или как-то еще, в общем, ложные друзья переводчиков. И, соответственно, почему вот я здесь на слайде, если вы видите, подчеркнула слово «произношение». Скажем так, тоже, но это опять-таки из моего личного опыта, бывает, переводишь, не всегда смотришь произношение слова. И когда на устных переводах ты понимаешь, представляешь это слово визуально, но произнести, ты понимаешь, что сейчас ты его произнесешь с ошибкой. Вот, потому что, скажем так, вовремя не посмотрел. Так. И в частности, вот там. Бромин, хлорин, да, мы, то есть не, 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 не бромайн, не хлорайн, там тоже я такие варианты всякие слышала, да, то есть нужно акцентировать внимание на произношении, это уже касательно устного перевода. Так, сейчас, секундочку. Ну и практическое применение полученных знаний, это то уже, о чем я говорила, это практические задания и упражнения на отработку полученных знаний, да, и усвоение лексического, грамматического материала. Я советую не исключать грамматический элемент из заданий. Вот буквально какие-то отработки конструкций, они обязательно должны быть. Они потом забываются. И то есть вот люди уже, когда приходят, вот, казалось бы, 6 лет там института, там 6 лет, 5 лет, кто там, сколько, например, закончил, да, ну, там не помнят эти образования, там, ну, по принципу, там, the more, the better, там, ну, в общем, то есть постоянно, постоянно их употребляют. И, естественно, если у вас, например, идет там блок, скажем так, медицинского перевода, да, вот, то и упражнения должны быть подтянуты не про там мама мыла раму, а, соответственно, что-то связанное с медициной. Это требует огромного труда, по крайней мере, у меня это заняло очень огромное количество времени, вот, но, тем не менее, мы как бы уже так вот движемся в этом направлении. Так, это уже конец. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Я как бы часто посещала, по крайней мере, Россию до карантина. Я участвовала в Translation Forum Russia в этом году. Он у вас проходит в Нижнем Новгороде. И там я тоже спикер. Я уже третий раз спикер. Последний раз вот в 2019 году в Санкт-Петербурге были в Институте Герцена. Вот. Поэтому, ну, скажем так, чем смогу, тем поделюсь. Спасибо. Спасибо огромное, Ольга Викторовна. Что называется, все мы тут ходим одними тропами, да, жалко, что в Санкт-Петербурге не познакомились, потому что многие, насколько я знаю, здесь присутствующих тоже были в Герценовском университете в прошлом году, да, как раз вот последний. Ну, может быть, кто-то тоже планирует и быть в Нижнем Новгороде, и будет возможность как бы развиртуализироваться, если еще не познакомились. Спасибо огромное. Передавайте, пожалуйста, от нас большой привет Алексею Викторовичу. Так, посмотрела, он не смог присоединиться. Коллеги, может быть, есть краткие вопросы прямо сейчас? Или не вижу как бы сигналов поднятых рук. Благодарю Ольгу Викторовичу. Приятно послушать о такой преподавательской и переводческой кухне. То есть здесь вы нам прямо вот из первых рук. Спасибо вам за эти примеры. Это всегда очень ценно. Коллеги, а мы продолжаем дальше, и у нас следующее выступление, и уже выступают хозяева нашей конференции, Олеся Владимировна Огарева, МГИМО МИД России, с выступлением на тему «Новые тенденции в теории, практике и преподавании перевода в период дистанционного преподавания». И все очень актуально, потому что на примере платформы Zoom, нашей родной. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня хорошо слышно? Да, все очень хорошо слышно. Может быть, только сделать демонстрацию. Full screen без левого столбика. Все, отлично. Все есть. Да, мой доклад посвящен актуальной теме реализации программ обучения с применением дистанционных образовательных технологий.
Сегодня эти новые тенденции являются одним из актуальных трендов развития не только российского, но и мирового образования. Многие страны с первых месяцев 2020 года в связи с известными нам событиями начали экстренно переходить на онлайн-формат обучения, вне зависимости от существующего опыта, навыков и умений ведения образовательной деятельности в цифровом формате, а также наличие соответствующей материально-технической базы. Вузам пришлось адаптироваться к новым условиям для сохранения эффективности и качества обучения в кратчайшие сроки. И одной из составляющих адаптации стал подбор инструментов и средств организации взаимодействия преподавателей и студента, посредством которых станет возможным поддержание соответствующего уровня образовательной коммуникации. Популяризация дистанционного обучения в российских вузах обусловлена в первую очередь интенсификацией развития информационно-коммуникационных и диджитал-технологий, сменой вектора государственной политики в сфере высшего образования, современными условиями социально-экономического развития нашей страны. Да, кроме того, нельзя не упомянуть тот факт, что многократная актуализация и масштабирование онлайн-обучения, а следовательно и трансформации самой парадигмы образовательного процесса в значительной степени способствовала эпидемиологическая обстановка. Сегодняшняя конфигурация философии образования – это не только об инновационных форматах и технологиях, реформируются его идеологические составляющие. Действительно, современный дистанционный формат обучения в значительной мере отличается от того, который имел место год, 5 или 10 лет назад. Так, если ранее электронные средства обучения, отдельные программные продукты и технологические инновации служили вспомогательным средством педагога для реализации программы курсов, то сегодня они являются неотъемлемыми составляющими его деятельности. В этой связи исследование специфики и перспектив дистанционного обучения иностранным языкам, в том числе английскому в наших вузах, является не только актуальным, но и практически значимым. Одним из актуальных вопросов апробации и наращивания опыта дистанционного обучения иностранным языкам является адаптация инструментария удаленного преподавания, способного обеспечить соответствующий уровень образовательной коммуникации. Ее организация в образовательном учреждении обусловлена, безусловно, важна и должна осуществляться средствами активных практик, целевым ориентиром которых является в том числе поиск себя в будущей профессии. Преподавание иностранных языков, в частности английского, базирующимся на практикоориентированной коммуникативной деятельности концепции, интеграция обучения без полноценного постоянного межчеловеческого онлайн-общения – это одновременно инновация и определенный методический вызов участникам образовательной экосистемы. В этой связи приоритетной задачей педагогического сообщества является сохранение коммуникативно-деятельственного подхода в реализации программного обучения иностранным языкам с применением дистанционных образовательных технологий. Данный тезис приобретает особую важность, когда речь идет об обучении различным видам речевой деятельности. Речевая деятельность определяется в качестве активного, целенаправленного, опосредованного языковой системой, обусловленного ситуацией общения, процесс передачи или приема сообщения. Уникальность перевода как одного из его видов заключается в том, что он выступает как уникальная социальная когнитивно-коммуникативная деятельность. Следовательно, формирование и развитие переводческой компетенции является одной из приоритетных задач преподавателя, вне зависимости от того, в каком формате осуществляется образовательный процесс. Современные авторы определяют переводческую компетенцию как сложную многомерную категорию, которая включает различные квалификационные характеристики, которые позволяют обучающимся будущим специалистам осуществлять акт межязыковой и межкультурной коммуникации, среди которых такие характеристики, как переводческое владение двумя языками, как минимум рецептивное владение исходным языком и репродуктивное языком перевода, при котором языки проецируются друг на друга. Второе – это способность переводческой интерпретации исходного текста, владение технологией перевода. Третье – знание норм данного стиля, жанра текста, знание переводческих норм, которые определяют стратегии языка перевода, и определенный минимум фоновых знаний, необходимых для адекватной интерпретации исходного текста, в том числе, что называется, знанием предмета для успешного перевода в рамках специализации переводчика. В этой связи
целесообразно говорить о том, что преподавание перевода должно происходить комплексно, с соблюдением следующих учебно-методических условий. Во-первых, обучение должно происходить с минимально допустимым объемом теоретического материала курса в соответствии с программой вуза. Во-вторых, образовательные задачи должны быть не только разноуровневыми, но и обладать характером проблемности. В-третьих, спектр вопросов и заданий для проведения текущего и модульного контроля должен выходить за установленные программы рамки в целях стимулирования обучения обучающихся к саморазвитию. Одним из наиболее актуальных средств, адаптированных к реализации коммуникативно-деятельственного подхода, являются облачные платформы. Одной из наиболее популярных, среди которых является решение Zoom. Zoom позволяет, во-первых, проводить занятия онлайн, вне зависимости от количества слушателей, причем как единовременно со всем потоком, так и с группой, и индивидуально. Во-вторых, дает возможность комментировать, задавать вопросы, обмениваться ссылками и файлами. В-третьих, заключает в себе функцию контроля успеваемости занятий, зачетов, экзаменов. В-четвертых, обладает свойством мультиканальности, ориентированной на все виды речевой деятельности, включая перевод. Одновременно с этим одним из ценнейших свойств платформы является возможность применения не только традиционных, но и интерактивных методов обучения. Более того, формирование и развитие переводческой компетенции в условиях преподавания в дистанционном формате может быть реализовано в совокупности с аудиолингвальным, иллюстративно-объяснительным и иными подходами. То есть преподаватель, в зависимости от профиля обучения студентов, может демонстрировать различные явления и модели с применением научных, научно-популярных фильмов с субтитрами, адаптированных или аутентичных, в зависимости от этапа обучения, аудиозаписи на иностранном языке, авторских презентаций, проектов, анимационных, мультимедиа, материалов и тому подобное. Применение названных подходов позволяет эффективно развивать иноязычную коммуникативную переводческую компетенцию на этапах аналитического вариативного поиска и редактирования. Кроме того, на сегодняшний день в открытом доступе есть множество различных игровых инструментов, актуальных для действительно эффективного и результативного обучения переводу на иностранном, в данном случае английском языке. В целом, подобное комплексное интерактивное обучение различным видам речевой деятельности на иностранном языке, включая перевод, с помощью Zoom в период удаленного преподавания, дает возможность предоставлять обучающимся подлинную языковую практику и непосредственное знакомство с языком и культурой, тогда как опыт, например, онлайн-связи с носителем языка в образовательных целях позволяет повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка, а качество знаний и уровень коммуникативных умений позволяет взаимодействовать с представителями частного сектора, которые, стоит сказать, занимают фактически главное место в запуске карьерных стратегий обучающихся будущих специалистов. Сказанное позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, доказательным является тот факт, что коммуникативно-деятельственный подход чрезвычайно важен, и его апробация в условиях реализации программ обучения иностранному языку в период удаленного преподавания должно стать педагогическим императивом. Во-вторых, аргументированной является возможность достижения данной задачи в практике преподавания перевода с помощью облачных платформенных решений, а именно платформ Zoom, обладающих достаточным количеством положительных характеристик для достижения ключевых целей преподавания перевода. В-третьих, подтверждается перспективность применения иных дополнительных диджитал-средств, инструментов, обладающих свойством интеракции, которые могут способствовать укреплению познавательного интереса и, соответственно, учебной мотивации обучающихся к формированию и развитию переводческой компетенции. Всем огромное спасибо за внимание. Мою контактную информацию вы найдете на этом слайде. Буду рада возможному сотрудничеству и взаимному обмену опытом в дистанционном формате. Остановлю демонстрацию экрана. Да, спасибо огромное. Так, имена. Точно. А вот отчество. Олеся Владимировна, спасибо вам огромное за сообщение. Я думаю, что, несмотря на то, что мы тут все в Zoom уже целый год, вот такая систематизация,
того, да, что можно и что удобно и что комфортно на конкретном совершенно опыте, она нам тоже очень важна. Более того, все-таки нас, вот, например, в высшей школе экономики руководство, так скажем, призвало, так скажу, перейти из Zoom в Teams, да, и на самом деле вот такая систематизация в Zoom, да, то есть она позволяет сравнить возможности и на самом деле включиться в другую платформу уже более быстро. Потому что одно дело, когда у тебя хаотичное представление о какой-то платформе, и нужно перейти уже в следующую, и в следующую, и в следующую. Это один вариант. А когда хотя бы одна систематизирована, я думаю, что вы нам в этом смысле очень помогли всем преподавателям, да, то есть по этому пути мы уже, что называется, протоптим дорожки во все остальные платформы, какие бы нам ни предложили. Спасибо большое. Коллеги, есть какие-то вопросы краткие, которые вот прямо сейчас хотели бы задать? Не вижу поднятых рук. Значит, оставляем это на дискуссию. Спасибо большое. А мы продолжаем. И у нас следующее выступление после Олеси Владимировны. Екатерина Михайловна Башко. Можно делиться экраном. Екатерина Михайловна, Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Обучение передачи топонимики. Так ли это просто? Ну, точно нам сейчас Екатерина Михайловна расскажет, что не просто. Упростите нам задачу, Екатерина Михайловна. Так, мне бы хотелось сегодня поговорить о передаче топонимики. Это, разумеется, не просто, но мой доклад будет посвящен и процессу обучения переводчиков в том числе, и, собственно, процессу передачи топонимики. Напоминаю, что топоним – это имя собственное, обозначающее собственное название географического объекта. Один из разрядов огромного класса онимов. Любой объект, созданный человеком на Земле, который четко зафиксирован в каком-то регионе, город, деревня, участок Земли, территория, часть государства, какая-то коммуникация и так далее. Макросистемы топонимов объединяются в так называемое огромное топонимическое пространство, которое, по аналогии с более общим термином ономастическое пространство, объединяет все системы, топосистемы конкретного региона или страны. Топоним представляет собой огромный массив имен собственных для различных географических объектов. Однако проблема классификации топонимических единиц на данном этапе исследования все еще окончательно не решена. Вы на этом слайде можете видеть три критерия классификации топонимов, которые наиболее распространены, поскольку единой классификации топонимов нет до сих пор. Топонимы можно классифицировать по признаку самого объекта, к которому относится топоним. То есть здесь можно выделить названия, которые относятся к естественным природным образованиям, и названия, которые относятся к населенным пунктам. Второй критерий – это по критерию величины называемых объектов и их известности. Соответственно, здесь можно выделить макро- и микротопонимы. Это, опять же, выделяет Наталья Владимировна Подольская. И добавляются мезотопонимы, которые нечто среднее между ними. Их предлагают выделять бандолеты. И третий критерий – это по типу обозначаемого объекта. Что это такое, собственно говоря, река, озеро, улица, сельскохозяйственные какие-то угодья и так далее. Очень детальная классификация здесь, и некоторые из наименований подобных групп приведены на этом слайде. Здесь мы можем выделить и агронимы, и гидронимы, дромонимы, иконимы, аронимы, хоронимы и урбанонимы, собственно говоря, которые нас будут интересовать. Давайте разберемся, о чем же мы все-таки говорим. Перевод или передача? Необходимость перевода или передачи топонима? Такая необходимость вообще-то, она диктуется, ну, возросшим, по крайней мере, в доковидные времена, интересом на поездки иностранцев в Россию, несмотря на сложившуюся геополитическую ситуацию. Причем эти поездки как туристического характера, так и некого событийного, скажем, на поездки с целью посещения каких-то мероприятий. Рекомендации по передаче топонимических названий с английского языка на русский вообще-то есть. И они представлены на сайте Росреестра. То есть там есть целый файл, который можно посмотреть и скачать. Но, с одной стороны, эти рекомендации датированы 75-м годом. И, с другой стороны, по мнению Дмитрия Ивановича Ермоловича, подобные рекомендации, они созданы исключительно для технического удобства и ничего общего с переводом не имеют.
Строго говоря, о переводе топонимических единиц мы можем говорить только в том случае, если для топонимической единицы существует исторически сложившийся эквивалент. Смотрите внимательно. Mount Fuji. Вообще гора Фудзи, но в энциклопедиях Фудзияма. Пляс де ла Конкорд, площадь Согласия, Париж. Дворцовая площадь, Palace Square, Санкт-Петербург. Да, действительно, мы можем говорить в этом случае о переводе. Во всех остальных случаях мы можем говорить о передаче. Иначе отправленная корреспонденция, предположим, или отправляющийся в заданный пункт человек, своей дестинации могут и не достигнуть. Здесь на слайде я привожу примеры из восточных цивилизаций. Например, Седжон Деро. Это улица в Сеуле, Республика Корея. Ни в коем случае не проспект Седжона. Значит, письмо просто не дойдет, и действительно инциденты были, передается как Седжон Деро. Улица Техеран Ро, также в Сеуле, не улица Тегеран, но уж тем более не улица Тегеранская. По Дунамо Стрит, это уже Северная Корея, это Пхеньян, КНДР, передается как улица по Дунаму. Обратите, пожалуйста, внимание, что Южная Корея не использует англицизм. А по Динамо Стрит переводится вообще с корейского как улица Ив. Но он ни в коем случае как улица Ив нельзя переводить. Мы говорим о передаче с помощью каких-то приемов. Итак, как уже можно было заметить, передача топонимики – это далеко не простой вопрос, который не ограничивается исключительно переводом или передачей с одного языка на другом. Неприменимо здесь исключительно и использование практической транскрипции или транслитерации. Причин этому несколько. Во-первых, нет единства взглядов по поводу, по какую систему практической транскрипции и транслитерации использовать. В настоящее время известно несколько систем, самыми известными из которых является система ICAO. С августа 2014 года такая система применяется нашей Федеральной миграционной службой для оформления загранпаспортов и вызывает массу нареканий в переводческой среде. Основная сложность написания собственных имен в этой системе заключается в отсутствии аналогов некоторых букв в кириллице в латинском алфавите. Например, для таких букв, как Ж, Х, Ч, Щ, мягкий знак, твердый знак Я и Ю. Для них предусмотрено сочетание латинских символов, которые в 2017 году были пересмотрены, что привело к тому, что написание имен и фамилий латинскими буквами существенно отличается от общих представлений о транслитерации. Собственно говоря, может быть, возможно, некоторые из вас сталкивались с подобной системой при оформлении загранпаспортов. Во-вторых, применение исключительно транскрипции или транслитерации может привести к совпадению получившегося варианта с обсценной или табуированной лексикой в языке перевода. Также некоторые варианты подобных вещей вы можете видеть на экране. Итак, если исключительно практическую транскрипцию или транслитерацию использовать мы не можем, о каких же приемах передачи подобного слоя лексики идет речь? Чему мы, преподаватели перевода, должны обучать студентов? Когда мы говорим о передаче топонимики, мы говорим об обучении приемов, следующим приемом ее передачи. Это прием орфограмматической модификации. Он подразумевает добавление к основе топонима окончаний, например, падежных. Улица Готфрида, улица Пушкина, например. Также, точно так же, как и с русского языка. При этом необходимо следить за тем, чтобы падежное окончание не изменяло звучание топонима. Например, если передавать на английский язык улицу Патриса Лумумбы, которая названа в честь конголезского деятеля ливансонистического толка, то там падежное окончание может вызвать изменение звучания. Прием функциональной аналогии. Он заключается в том, что соответствие в принимающем языке строится так, чтобы отразить фактическую функциональную роль слова референта. Например, в названии компании, предприятий и других коммерческих организаций передается методом практической транскрипции. А если в наименование организации входит мемориальный антропоним, то он транслитерируется и ставится в препозиции. Например, Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского, Маяковский Central Park. Ну и последний прием, здесь прием транспозиции. Он применяется, если у оригинального и переводного топонима общая этимология, в этом случае выбирается топоним из фонда принимающего языка.
Я исследовала, мое исследование касается топонимов только одного города, но при этом мы разработали детальную классификацию данных топонимов. Данная классификация представлена вот на этом слайде. Отдельно стоит упомянуть о том, стоит ли переводить статусную часть. Одно из слов в именительном падеже и в единственном числе входящего в состав наименования объектов городской среды и классифицирующий вид данного объекта. В школьных учебниках нас с вами учили, что таки да, Ленин Стрит, Пушкин Стрит и так далее. Однако экзотизм английского языка, как я уже упоминала, при межязыковой передаче используют очень немногие. Такова, в частности, практика Северной Кореи. В остальных языках они используют свой собственный топоним. Поэтому мы вслед за Санкт-Петербургским отделением Союза переводчиков России и Свердловским отделением Союза переводчиков России, которые первые подняли вопрос о выработке рекомендаций по передаче топонимики с английского языка на русский, с русского языка на английский, считаем, что статусную часть таки нужно транслитерировать. В пользу транслитерации статусной части говорит и тот факт, что существуют названия топонимических единиц, которые похожи. Например, улица Академическая, микрорайон Академический, улица Ботаническая и район Ботанический. Даже в Екатеринбурге, в городе, в котором я живу, у города Спутника существует название улица Ленина. А в самом Екатеринбурге существует проспект Ленина. Поэтому здесь очень легко переводить. Итак, данная классификация, которую вы видите на этом слайде, она далеко не полная, поскольку для каждого муниципального образования такая тематическая классификация может быть своей. При этом при передаче теряется некая эстетическая составляющая. Я уже говорила, да, вспомните, как звучит по-корейски «прекрасная улица Ив». Но это, к сожалению, неизбежно. Иностранцы, не знающие русского языка, никогда не смогут оценить красоту и эмотивность таких названий, как, например, «улица Верности» в Санкт-Петербурге, «проспект Непокоренных» тоже в Санкт-Петербурге, «площадь Мужества», «проспект Науки», «переулок Яблони», переулок Дунитовый, переулок Прохладный и так далее, и так далее, и так далее. Все названия объектов топонимического пространства могут встречаться в разных случаях. Это и на различных информационных носителях, бумажных и электронных, в системе уличного ориентирования, на указателях, табличках, домовых знаках, мемориальных досках и так далее, а также в системе внутренней навигации. Каждая из этих систем диктует свои особенности передачи, чему также необходимо научить студентов. То есть где-то улица должна сопровождаться переводом, или объект должен сопровождаться переводом. Где-то достаточно просто передачи, как она воспринимается на слух. Таким образом, для передачи названий топонимических единиц на другой язык следует учитывать следующие алгоритмы. Эти алгоритмы были разработаны Свердловским региональным отделением Союза переводчиков России на основе рекомендаций Санкт-Петербургского отделения Союза переводчиков России и состоят в следующем. Как я уже сказала, статусная часть транскрибируется, определяется культурное и инфраструктурное значение обозначаемого объекта и в соответствии с этим выбирается прием передачи. В случае именования единицы в честь известной личности проверяется наличие устоявшегося исторического эквивалента, иначе опять же возможны казусы. Число в названии прописывается средствами языка перевода. При наличии схожести с официальной лексикой необходимо тем или иным образом изменить переведенный вариант. При наличии аббревиатуры топонимической единицы, например, завод «Виссталь», определяется ее значимость. В зависимости от этого либо переводить, либо транскрибировать. Очень важный момент. Студента следует учить, что необходимо проверять самоназвание организации предприятия на официальном сайте. И даже если там есть ошибка, не дай бог, мы ее не исправляем. Потому что это название закрепилось в среде, в коммерческой среде, где функционирует данный объект. При наличии слова или части с созвучным английским передается соответствующим английским словом, сохраняется схожесть звучания. Если ни один из вариантов не подходит, таким образом используется практическая транскрипция. Именно этими алгоритмами следует руководствоваться при обучении переводчиков передачи названий топонимического пространства с русского на английский. Данные алгоритмы служили средством развития лингвостроновической компетенции студентов-переводчиков, методика для развития которой включает следующие этапы. Во-первых, это диагностика. Во-вторых, это изложение теоретического материала и его отработка на практических упражнениях. Например, выделите ключевые или неключевые объекты, обоснуйте выбор.
Транслируйте, передайте или переведите название объектов городской среды для той или иной системы навигации. Обоснуйте выбор. Найдите ошибку в передаче названия. Опишите. Дайте верный вариант. Составьте и опишите маршрут. Опишите достопримечательности и так далее, и так далее. В конце исследования студенты выполняли проект, переводили буклет, материалы сайта или составляли какой-то действительно маршрут для гостей нашего региона. Иными словами, на основе текстов туристической тематики студенты применяли уже полученные знания. Ну и, собственно говоря, итоговая оценка уровня сформированности компетенций. Особая роль в данной методике играет самостоятельная работа студентов в индивидуальной или групповой форме, что позволяет также осуществлять различные формы контроля, в том числе само- и взаимоконтроль. Соответственно, грамотная организация подобной работы требует от студентов очень ответственного отношения к выполнению практических упражнений, высокого уровня самомотивации и ориентации на конечный результат работы. А применение в процессе действительно аутентичных текстов переводческой тематики и связывание с переводческой деятельностью позволяет студентам почувствовать себя в роли действительно переводчика, в реальной роли, в реальной рабочей среде. Данную методику можно экстраполировать на топонимы других городов и адаптировать в соответствии с целями обучения. А алгоритм передачи названий топонимических объектов могут быть полезны практикующим переводчикам при переводе туристических текстов. Как вы видите, для передачи есть методические рекомендации топонимической комиссии Санкт-Петербурга, есть методические рекомендации, разработанные Свердловским региональным отделением СПР. Они выложены в интернете, на это есть ссылка. И, естественно, студентов следует обучать этому, нельзя такой момент упускать, и нельзя говорить, что транслитерация и транскрипция – это единственный путь передачи документов. Так что так, передача документов далеко не простая задача. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, дорогая Екатерина Михайловна. Я должна сказать вам, коллеги, что мы знакомы достаточно давно, исключительно по практическим мероприятиям. Более того, мне очень приятно видеть здесь Екатерину Михайловну, поскольку мое такое погружение в отрасль педагогическая, оно состоялось именно в Екатеринбурге в 2014 году, когда я посетила впервые Translation Forum Russia, и преподавателей там, прямо-таки сказать, было очень мало, но, тем не менее, Екатеринбург был таким гостеприимным и так закружил, что вот мы уже, в общем-то, с ТФРом столько лет подряд не расстаемся. Более того, конечно же, может быть, вот я не вижу поднятых рук, но не могу сразу не спросить, Екатерина Михайловна, никакого проекта там не рождается на базе вашей вот этой защищенной, кстати, недавно успешно кандидатской диссертации. Ведь Питер смог это сделать, да, поменять отношение к переводу названий памятников исторических, там, улиц и всего остального, вот этого урбанистического ландшафта при помощи Санкт-Петербургского отделения СПР, да, Союз переводчиков России. У вас теперь такой огромный опыт, вы теоретически подняли, в общем-то, все, что есть в Екатеринбурге. Не думали о том, чтобы, собственно, пойти в муниципалитеты, как говорится, и что-то менять, если есть что менять? Я так допускаю, что наверняка там не все идеально. Да, мы сотрудничали с администрацией города Екатеринбурга при подготовке к чемпионату мира 2018 года, но одно из препятствий вот как раз к переводческой реализации этого всего это административный ресурс, в том числе, и подрядчики, которые всегда считают, что они знают иностранный язык лучше переводчиков. То есть доходило до того, что остановка токарей на трех разных сторонах дороги была передана на английский язык тремя разными способами. Понятно, понятно. Несмотря на рекомендации, несмотря на бумаги, на подписанные какие-то договора, то есть, к сожалению, мы не всесильны, мы можем научить, мы можем сказать, но настоять я бы очень хотела, чтобы в будущем... Будем объединяться, коллеги, давайте объединяться, потому что это у нас уже второй город, и, в общем-то, это все благодаря персональным усилиям. Если в Питере это свершилось благодаря персональным усилиям руководителя питерского отделения СПР, да, Ильи Мищенко, то лед тронулся в Екатеринбурге благодаря Екатерине Михайловне. Мы очень надеемся, что... все пойдет дальше гораздо успешнее. И плюс, может быть, это будет очень хорошим примером другим городам. Спасибо вам большое. Спасибо большое.
Коллеги, а мы продолжаем, и я вам представляю следующего выступающего. Это Ирина Владимировна Леонова, Национальный исследовательский технологический университет МИСИС, которая выступит с сообщением на тему англицизма в современном русском языке и проблемы репрезентативности перевода на лексическом уровне. Ирина Владимировна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Слышно ли меня, Ирина Вячеславовна? Презентация грузится. Да, сейчас я сделаю скрин. Все отлично. Все отлично. Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Леонова Ирина Владимировна. И, во-первых, я хочу поблагодарить за очень интересные доклады и представить вам свой доклад, который посвящен следующей теме. Англицизм в современном русском языке и проблемы репрезентативности перевода на лексическом уровне. Вообще, конечно, вопросы, связанные с языковыми контактами, они представляют интерес для нас, для ученых, на протяжении уже многих десятилетий и были рассмотрены с очень разных сторон. Однако сейчас мне хотелось бы рассмотреть некоторые аспекты освоения англицизма в русском языке в настоящее время с точки зрения дидактики перевода, а также проанализировать проблемы, которые возникают в процессе письменного англо-русского перевода и связаны с выбором вариантного соответствия. Английский язык, конечно же, прочно укрепился в статусе языка донора лексических заимствований в русском языке, и их количество просто многократно возросло в конце 20 и начале 21 веков. И наиболее частотными способами освоения англоязычной лексики являются переводческое транскрибирование, часто с элементами транслитерации, и семантическое калькирование. Однако стилистический статус англицизмов в русском языке в настоящее время неоднороден. Их функционирование ограничено контекстуальными рамками. Например, спикер – это общеупотребительное слово, аутсорсинг – термин, лаг – профессиональный жаргон, краш – молодежный сленг. Кроме того, освоение англицизма очень часто сопровождается изменением коннотации. Так, прилагательный агрессивный и амбициозный в словосочетаниях агрессивная рекламная кампания или амбициозный молодой человек уже теряют свою отрицательную коннотацию. И само наличие огромного количества англицизмов в русском языке представляет проблему именно в рамках обучения письменному англо-русскому переводу. Согласно данным ЮНЕСКО, английский язык по-прежнему занимает первое место в списке исходных языков. Собственно говоря, и я сама преподаю именно письменный англо-русский перевод. Поэтому проблема очень насущная. В определении термина «перевод» как вида деятельности, обращают на себя особое внимание такие словосочетания, как вариативное перевыражение, выбирает вариант, вариативные ресурсы. И перед начинающим переводчиком стоит непростая задача, поскольку он находится в состоянии выбора, который пока ему дается с трудом. И очень часто студент выбирает тот вариант, который, выражаясь фигурально, лежит на поверхности, готов для использования. Причины такого выбора, на наш взгляд, различны. Их можно разделить на субъективные причины и объективные причины. Субъективным причинам, на мой взгляд, относятся слабое знание предметной области и непонимание значения лексемы. Конечно, в реальной жизни мы бы задали вопрос, а зачем вообще браться за перевод при слабом знании предметной области. Но поскольку мы говорим об учебном контексте, то здесь целиком и полностью... целиком и полностью ответственность студента за это, и поэтому в данном случае эти причины считаются нам субъективными. К объективным причинам нежелание думать, ну, хотя нет, здесь, наверное, тоже будут субъективные причины, нежелание думать над более верным переводом, использование своей короткой транслитерации, безропотное следование за псевдопрофессиональным жаргоном, предпочтение модного, красивого звучания заимствованной лексемы в русском языке. Поскольку профессиональные навыки переводчика подразумевают профессиональное владение родным языком, то необходимо уделить особое внимание вот таким сложностям, которые связаны с передачей англоязычной лексики, которая, в свою очередь, уже была заимствована, особенно была заимствована в последние десятилетия. И
мы посчитали необходимым разработать определенный алгоритм, определенную схему действий, последовательность действий, в результате выполнения которой вариант перевода будет все-таки репрезентативен. Я, коллеги, хочу особо оговориться. Речь идет, конечно, о самом начальном этапе подготовки переводчиков. И цель преподавателя на данном начальном этапе – показать возможные пути решения той или иной трудности на лексическом уровне, предоставить определенный алгоритм, поскольку выбор англицизма в качестве варианта перевода в каждом конкретном случае ограничен видом перевода, типом текста и всеми видами контекста. И, кроме того, верификацию того или иного варианта перевода согласно критериям репрезентативности, необходимо производить, на наш взгляд, в следующем порядке. Во-первых, следует проанализировать содержание лексемы. Затем проанализировать и учесть, принять во внимание стилистическую маркированность лексемы и интенции автора. И в качестве третьего критерия мы указываем контекст употребления лексемы. Конечно же, мы говорим о лингвистическом контексте, при этом отдельно можем выделить лексический, грамматико-синтаксический и экстралингвистический, внутри которого мы можем выделить подвиды предметно-ситуативный и культурно-исторический. И очевидно, что, принимая во внимание все критерии и используя указанный порядок анализа в качестве алгоритма, студент, начинающий студент-переводчик, может сделать верный выбор варианта. Сразу хотелось бы оговориться, обратить внимание, особое внимание на выбор и использование Википедии в качестве информационно-справочного источника. Я думаю, все мы слышим объяснения какие-то, аргументацию своего варианта перевода и отсылки к Википедии. Так вот, на наш взгляд, это недопустимо ни в профессиональной переводческой и не только деятельности, ни в процессе обучения. И здесь на слайде я привожу слова одного из основателей этого ресурса, Ларри Сенгера, и ссылку на его статью, в которой он сам признает несостоятельность этого проекта, говорит о том, что проект не оправдал ожиданий и не может в настоящее время считаться источником достоверной информации. Я бы хотела продемонстрировать использование алгоритма на примере пары лексем «экспертиз» и «экспертиза». Проблема состоит в следующем, с этой парой и с многими другими, которые я позже покажу просто списком. Студент, начинающий переводчик, находится под воздействием внешних факторов, так говорят, сформированных определенным лингвоинформационным полем. И в большинстве случаев он выбирает вариант экспертизы как единственно возможный, поскольку с самого детства, и это видно на слайде, на иллюстрациях, им в прямом и переносном смысле впитываются 150 лет заботы и экспертизы, 150 лет доверия и экспертизы. И впоследствии подобного рода впитанная экспертиза, она закрепляется более серьезными коммуникативными ситуациями. Например, вот такими приглашениями принять участие в конференции, где мы видим использование русского слова «экспертиза» в следующем контексте. С вами поделятся своим опытом и экспертизой ведущие специалисты, как российские, так и зарубежные. И для того, чтобы исправить эти внутренние убеждения, мы предлагаем использовать алгоритм, который мы описали выше. Однако для эффективности работы студента с материалом предлагается использовать все-таки табличный вид. В качестве примера я взяла здесь предложение из годового отчета Международного валютного фонда на английском языке, выделила слово, подсветила слово «экспертиз» в оригинальном тексте и дальше вы видите, как можно изложить результаты такого микроисследования, микроанализа. Ну, сопоставляем содержание лексем. Содержание лексем сопоставляется, конечно, по толковым словарям соответствующих языков. На самом деле, конечно, мы не ограничиваемся здесь словарями, которые указаны. Ну, например, Collins Online English Dictionary мне нравится, потому что он на сайте или в своем электронном виде, он собирает варианты
дефиниции и из других словарей, из словаря Кембриджского, из Оксфордского, и это удобно, просто в качестве вот такого удобного подручного средства. Большой русский толковый словарь русского языка под редакцией Сергея Александровича Кузнецова нами используется для толкования русского слова «экспертиза». И сопоставление содержания лексем здесь очевидно говорит нам о том, что нельзя использовать в переводе в данном контексте русское слово «экспертиза». «Special skill or knowledge» и исследование каких-то данных, фактов, поиск, процесс. Дальше можно отметить отсутствие какой-либо стилистической маркированности. И производится лингвистический и анализ лингвистического и экстралингвистического контекстов употребления лексем. Здесь вы тоже можете видеть на слайде, каким образом это можно оформить. В русском языке используются виды экспертиз: научная, судебно-медицинская, психологическая, лингвистическая, подать документы на экспертизу. В английском языке мы видим использование этого слова с определенными глаголами, с определенной семантикой. И, конечно, учитываем экстралингвистический контекст предметно-ситуативный, что мы имеем дело с документом международной финансовой организации, которая осуществляет свою деятельность во многих странах мира. И ниже приведен переводной текст. Это текст из официального, если можно так назвать, перевода на русский язык годового отчета. Все эти два документа расположены на официальном сайте. И мы видим, что переводчик в Международном валютном фонде справились, ну, я немножко здесь иронизирую, конечно же, они справились с передачей этого слова. Вообще на занятиях сплошь и рядом постоянно звучат вот такие вот ложные друзья под прикрытием. Гайд автоматически, гид, гайд, roadmap, автоматически дорожная карта. И я здесь, коллеги, не ограничиваюсь вариантами, которые написаны красным, выделены красным, поскольку ну, они могут быть разнообразны. Дефолт. Хайп. И был интересный эксперимент, произведен со студентами, открыв словарь Collins, мы посмотрели дату, год вхождения англоязычного слова хайп в употребление. И это была середина 18 века. Это, конечно, произвело неизгладимое впечатление на студентов. Мне кажется, периодически вот таким образом необходимо тоже поступать, чтобы каким-то образом сделать встряску, чтобы вот люди поняли, что нас разделяют между хайп и хайп в русском просто ну, несколько столетий. Ну, девайсы, челленджи, месседжи вообще мы не будем здесь обсуждать. Это вот маленькими буквами и т.д. Проблема это на самом деле не только касается текстов, как говорится, общей тематики, но и тексты, которые относятся к определенным областям перевода. Так вот здесь на слайде вы можете видеть отрывок из справочника по игровому сленгу, который был разработан специалистами в области игровой локализации. И хотя казалось бы, что эти специалисты, они вообще разговаривают на таком языке, то есть это их нормальный язык, но тем не менее даже они в какой-то момент поняли и осознали необходимость дифференцировать профессиональный жаргон и термины. И здесь на слайде вы можете видеть примеры. Это copy-paste, то есть именно так было оформлено на слайде. Здесь я ничего не исправляла, кроме того, что подсветила варианты, как называют, и правильный перевод для того, чтобы было лучше видно. Таким образом, коллеги, отвечая на вопрос и не друг, и не враг, а как же все-таки, вот, в результате практической работы со студентами многолетней мы пришли к выводу о том, что необходимо использовать, во-первых, четкий алгоритм, заданный алгоритм. С точки зрения методики преподавания перевода, мне кажется, это очень хорошо работает. Студенты понимают, что нужно делать. Открыть словарь, сравнить дефиниции, сравнить стилистическую маркированность, посмотреть на контекстуальное использование, поскольку словари предоставляют, и сформировать свой обоснованный выбор той или иной лексемы. То есть алгоритм, словарь,
контекст. Мне кажется, вот это тот вот путь, который поможет нам преодолеть, может быть, это преодолеть вот это бездумное использование, как говорит Евгений Константинович Масловский, бездумное использование заимствований, где надо и где не надо, вне зависимости ни от вида перевода, ни от типа контекста. Спасибо большое за внимание. Буду рада ответить на вопросы. Большое спасибо, Ирина Владимировна. Дорогие коллеги, есть ли какие-то вопросы, которые волнуют прямо сейчас? Так, не вижу на экране поднятых рук. Мы благодарим вас, Ирина Владимировна, поскольку, конечно же, предоставить в пользование коллегам готовый алгоритм – это очень большой подарок всегда, особенно с такими вещами, как заимствование, в частности, англицизмы. Вот там вот появилась рука у Елены. Пожалуйста. Нет, я просто аплодисменты определила. Я не прошу прощения, да, то есть я увидела, что это прям сигнал какой-то. Да, однозначно совершенно мы вас благодарим. Коллеги, никто не против, что потом нам дошлют презентацию по почте, послушать Ольгу Николаевну без презентации? Я буду очень признательна. Конечно, давайте, Ольга Николаевна, не будем формалистами. Хорошо. Итак, тема моего доклада – это политический новостной дискурс и перевод. Современный подход в обучении, Вашему вниманию я хотела бы представить всего лишь один ракурс, который реализуется в курсе, который называется «Перевод текстов международной новостной публицистики. Английский язык». И я провожу этот курс в РГГУ, в Российском гуманитарном, государственном гуманитарном университете на переводческом отделении Института филологии и истории на четвертом курсе. В данном курсе, в программе и в ходе этого курса находят отражение результаты очень большого количества исследований, проведенных в основном зарубежными исследователями политического дискурса, языка и перевода. Понятно, что новостное сообщение, новость играет очень большую роль как жанр публицистический, и оно часто воспринимается людьми как объективная констатация событий и фактов, лишенная какой-либо оценочности и коннотации. Ну, в отличие, скажем, от редакционной статьи, аналитической статьи, политического фельетона. Но в действительности, как показано в большом количестве исследований, в таких работах, как исследователи Роберта Фаулера, Ходжа, Кресса, Тру, Тена Ван Дейка, новости играют роль мощного инструмента воздействия на аудиторию и выступают средством манипуляции общественного сознания. Особенно выделяется печатный дискурс СМИ. Как пишет Ван Дейк, печатный текст воспринимается как более качественный и заслуживающий доверия и играет непосредственную роль в формировании ценностной шкалы у его реципиентов, влияя на их последующие решения и действия. Роберт Фаулер, в свою очередь, отмечает, что язык новостей находится в рамках невидимой идеологии, навязывая реципиентам свои ценности. В связи с этим представляется важным, чтобы студенты могли распознавать в ходе анализа политической новости такие вот идеологически маркированные языковые средства. Ну, для начала, прежде всего, отметим факт, что прежде чем даже говорить о языковых средствах, стоит поговорить о факте отбора
селективности информации. Ссылаясь на целый ряд проведенных исследований, Тен Ван Дейк указывает, что информация может стать субъективной уже за счет селективного ее предоставления в интересах властных структур или за счет ее ограничения, если она противоречит их интересам. Чтобы обратить внимание студентов на факт селективности новостей, им предлагается проводить сравнительный тематический анализ 10 первых новостных сообщений главных англоязычных западных, это Reuters, Associated Press, и российских информационных агентств Интерфакс, РИА Новости и Тартас и других. В ходе исследования новостного дискурса было установлено, что идеологическую импликацию могут выражать следующие языковые средства. Это оценочно-коннотативная и стилистически маркированная лексика. Ну, это самое очевидное, что только может быть. Ну, например, такие слова, окрашенные как террорист, повстанец, незаконные формирования, головорез, бандит, terrorist, rebel, outlaw, illegal armed groups, thug, и versus fighter for independence, liberator, legitimate claim, hero. Ну, наиболее яркий пример использования таких оценочных номинаций – это новости западной российской прессы относительно ДНР, Донецкой Народной Республики. Здесь номинации расходятся диаметрально. Следующие языковые средства, которые служат выражением подчас идеологической коннотации, это активные и пассивные конструкции. И выбор активных и пассивных конструкций, как тоже показали исследования, могут актуализировать или нивелировать ответственность за определенные действия, желательные или нежелательные для огласки. В ранних работах Роджера Фаулера и его коллег впервые было продемонстрировано на материале новостей о волнениях этнических меньшинств в Лондоне, как синтаксическая категория «действительный страдательный залог» может использоваться для выражения имплицитных идеологических смыслов. Авторы пришли к выводу, что когда власти и полиция ассоциируются с негативными действиями, например, репрессиями, приводящими к жертвам, то указания на них избегаются с помощью пассивных конструкций, без упоминания акторов действия. И, напротив, этнические меньшинства, которые они изображают как негативные, которые изображаются как негативные деятели, традиционно занимают позицию подлежащего. Таким образом, негативные характеристики группы или элиты могут быть смягчены, а аут-группы усилены. Отметим, что такая идеологическая заряженная функция пассива дополняет и расширяет уже известную функцию пассивизации, passivization, языка новостей, отмечаемую многими англоязычными исследователями, в частности Нэнси Бомбилейн. Свойство пассивизации новостного текста связывается со стремлением к наиболее объективной подаче информации, а также намеренным дистанцированием производителя новостного текста от его получателя. Третье средство выражения коннотации и импликации политической и идеологической могут служить прономинальная оппозиция «мы-они». И здесь тоже есть исследования, которые доказывают и демонстрируют такую оппозицию. Например, приведенные дискурс-аналитические работы на основе газетных новостных сообщений показывают, что субординированными социальными группами в новостях западных СМИ выступают этнические меньшинства, иммигранты, беженцы и в целом страны третьего мира.
Тен Ван Дейк констатирует, что данные аут-группы описываются стереотипно и даже негативно, как проблема, обуза, угроза, воспринимаются как достаточно ущербные и отсталые в сравнении с западными нормами, нуждаются в нашей помощи, в кавычках, и понимании, и исходят из того, что они должны адаптироваться к нашим социально-политическим нормам и идеологии. В этом, по выражению Тена Ван Дейка, проявляется этноцентричность и стереотипность в западном новостном дискурсе. В данной связи следует также отметить многолетнее исследование медиадискурса так называемых плохих и хороших новостей «Bad News, Good News», проведенное группой специалистов в области СМИ из Университета Глазго. В фокус их внимания попали новости о забастовках, военном конфликте на Фолклендах, СПИДе и так далее, которые освещали СМИ различной политической ориентации. В ходе данного исследования констатировались заметные различия в лингвистическом конструировании ролей участников событий. Обнаруженные смыслообразующие отличия на лексическом и морфосинтаксическом даже уровнях имеют прямую соотнесенность с оценкой и манипуляцией. Далее мне бы хотелось перейти ближе вот к учебному процессу и отметить, что важной современной чертой преподавания перевода, в частности перевода новостных текстов, является прагматическая ориентация. Студенты, еще находясь в учебной аудитории, должны четко осознавать, что их перевод всегда должен быть связан с конкретной целью определенной ситуации. Ну, это не всегда, когда на каждом уроке можно создавать, да, такую ситуацию, но во всяком случае обязательно объяснить вначале, что их ждет впереди в профессиональной деятельности, если они как раз будут работать над переводом новостей. И об этом нужно сказать и направить их на то, чтобы для них не было неожиданностью то, что им придется переводить не точно, не достигать эквивалентности иногда, а именно производить трансформации, когда это требует вот ситуации, о которых я говорю. В профессиональной сфере СМИ переводчик должен следовать редакционной политике или институциональной политике. В процессе обучения студенты овладевают навыками переводческих трансформаций новостного текста, в числе которых входят трансформации различных манипулятивных элементов. Вот как раз то, о чем говорилось выше, и являются теми сферами, такими красными линиями, да, где, в общем, и будут производиться трансформации, если студенты будут работать в информационных агентствах, редакциях, газет, журналах. Автор показывает, да, извините, пожалуйста, и таким образом мы на занятиях понимаем, что существуют такие ситуации, когда переводить невозможно эквивалентно. И вот это как раз ситуации идеологической коннотации и импликации. Конечно, можно еще привести в пример работы исследователей, которые работают непосредственно над переводом новостей. В частности, это Сьюзен Баснетт и Кристина Шефнер. Они проводят очень большое количество
конференций, посвященных переводу новостей и отдельных сторон. Ну, я вот коснулась только некоторых моментов. На самом деле таких примеров можно привести уже очень много. Таким образом, подводя итог, нужно сказать, что новость далеко не нейтральный дискурс. Он окрашен и он имплицитен. И готовя студентов по программе «Перевод новостей», нужно обязательно дать понять, чтобы они были готовы к таким трансформациям, и для них не было удивительным, когда они будут уже в своей профессиональной деятельности сталкиваться с прагматикой перевода. И кроме того, мне бы хотелось еще отметить то, что студенты должны иметь навыки чуткого восприятия политического дискурса и реагировать на импликацию и скрытые смыслы. И на занятиях по переводу политических новостных текстов именно это одна из целей, да, чтобы добиться таких навыков. Ну, я на этом хотела бы закончить. И буду благодарна, если... Спасибо большое, Ольга Николаевна. А то я там уже в чате вам посигналила про регламент, но вы уложились. Спасибо огромное за ваши сообщения. Конечно же, коллеги, все, что мы читаем в последних исследованиях Ван Дейка, да, где он пишет, что в данном случае дискурс и политический дискурс, в частности, это целое событие, да, то есть не просто коммуникативная ситуация, да, определенного рода, вернее, текст, вписанный в коммуникативную ситуацию, а именно события. В связи с этим много-много возникает нюансов, которые тоже мы должны учитывать. Ну а если еще и вспомнить Сьюзен Баснет-Макгайр, которую Ольга Николаевна упомянула, мы помним, что это представители школы манипулирования, так называемая Translation Manipulation School, да, там, где у нас Тео Херманс, Лефевр, Андре Лефевр и Сьюзен Баснет-Макгайр, которые, конечно же, пишут о том, что прагматика и в том числе прагматика политического дискурса очень значима в силу того, что здесь перевод действительно может выполнять манипулирующую функцию в зависимости от заказчика. Да? Поэтому это очень нам важно было еще раз услышать. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Итак, коллеги, если вы позволите, я завершу нашу серию докладов, прежде чем мы приступим к обсуждению, да, то есть надеюсь, что у нас будет почти полноценных полчаса на то, чтобы все обсудить. Все видно, хорошо. Спасибо большое. Итак, я буду очень краткой, поскольку на самом деле тему, которую вы сейчас видите на экране, я заявляла в секцию изначально 8А, но когда организаторы все-таки предложили мне переместиться в секцию 8Б, я поменяла контент своего сообщения, да, и сделала его более практическим, но не стала менять само название, поскольку считаю, что сегодня прикладное переводоведение – это та область, в которой мы все с вами живем, и наша секция, я очень рада, это подтвердила. То есть, начиная с, буквально там, с первого доклада и заканчивая последним, мы все говорим именно об этом, о том, что теория перевода важна только, скажем, своим возможностями своего применения в практике. Мы многие говорили о том, что то, что происходит в аудитории, должно быть совершенно реальной практикой, и практически каждый выступающий говорил о кросс-дисциплинарной и мультидисциплинарной парадигме наших с вами дидактических начинаний и успехов. Я начну, позволю себе начать с анонсирования
принятие буквально на днях нашего отраслевого документа ведущего. Не могу не сказать этого здесь, потому что именно площадка «Магия Инно» из года в год, начиная с 2017 года, предоставляла нам возможность на своих круглых столах вести публичные слушания данного проекта. Если вы помните, это был проект профессионального стандарта специалистов в области перевода, и впервые он был анонсирован именно здесь, на этой конференции в марте 2017 года на заседании круглого стола. И вот, собственно, коллеги, прошло 4 года. Если вообще учитывать, что мы впервые заговорили об этом проекте в 2015 году, а в 2016 году я впервые выступила с официальным сообщением и инициированием данного проекта на съезде Союза переводчиков России. Потом к нам присоединились коллеги из Красноярска, которые теперь выступают, дошли до финала проекта и выступают ведущие организации разработчиками этого стандарта. То, в общем-то, это 5 лет очень большого труда, стремление объединить отрасль, включая сегмент именно педагогический нашей отрасли, то есть преподавателей, вокруг этого проекта. И я думаю, что вот сейчас, когда он был принят и зарегистрирован в Минюсте, вы видите первую ссылку. Значит, я так понимаю, что мои стрелочки вы не видите, да, поскольку я не организатор. Первую ссылку вы видите на официальное сообщение Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета, который является, еще раз скажу, ведущим разработчиком данного документа. И дальше вы видите ссылку, собственно, на портале Министерства труда и социальной защиты, на сам документ. Если вы присутствуете в соцсетях, вы уже сможете увидеть в профессиональных группах в соцсетях новость о том, что данный профессиональный стандарт утвержден. Да? И почему я хотела начать именно с этой новости? Потому что вы видите подзаголовочек этого моего слайда о полифункциональности переводческой деятельности. Собственно, именно полифункциональная концепция переводческой деятельности в итоге была положена в основу данного документа. Да? То есть все помнят о том, что дебаты наши были особенно поначалу очень жаркими, да? То есть речь шла именно о том, включать ли смежные виды деятельности в концепцию, да, и воспринимать ли переводчика именно как профессионала, способного и обязанного выполнять целый ряд трудовых функций, а не исключительно функцию перевыражения смысла, скажу так. Да. Затем, когда эта концепция была принята большей частью команды, а команда у нас большая, межрегиональная, включает более 30 человек, я напомню, да, где половина из них — это так называемые писатели-разработчики, еще половина – это привлеченные эксперты отрасли. То есть после того, как мы утвердили концепцию, кстати, она же была положена в основу данного документа, опять же, не просто так, а я напомню, в результате форсайт-сессии первой, которая была проведена именно в 2017 году под руководством Натальи Николаевны Гавриленко на значит, при поддержке ее школы дидактики перевода. Хочу вам также анонсировать, что вот буквально в ближайшее время вы увидите и в сетях, и в других информационных ресурсах сообщение о том, что мы будем в июне проводить форсайт-сессию 2. Да, форсайт-сессия первая была посвящена проекту данного документа, сведения о котором вы видите на экране. Форсайт-сессия 2 в июне будет посвящена юбилею платформы дидактической, школы дидактики перевода, собственно, юбилею самой Натальи Николаевны. И мы попытаемся спроектировать, какой же будет переводчик будущего дальше, да, то есть уже, может быть, там не 2030, как мы говорили 4 года назад, а чуть-чуть вперед. Заодно проанализируем, что мы там спрогнозировали, что сбылось и что нет. По секрету вам скажу, что мы уже начали этот анализ и удивились, что форсайт-сессия 2017 года спрогнозировала 99% всего, что уже есть сейчас. То есть в 2017 году мы только говорили о том, что это возможно будет, да, и вот прошло 4 года, и все это уже есть. Поэтому, скажем, экспертный состав коллег, которые входили в эту форсайт-сессию, в данном случае очень гордится этим результатом. Да? И в силу того, что у нас межотраслевые профессиональные компетенции переводчика, как мы все видим, очень востребованы, я сюда вынесла только 3 базовых. Понятно, что лингводидактическая – это наша с вами в основном компетенция, поскольку у нас по-прежнему в стране, да, по-прежнему нет таких полноценных, я бы сказала, программ по подготовке преподавателей
создатели перевода. Да? У нас уже есть целый ряд различных курсов, что очень хорошо, да, то есть у нас есть, я имею в виду курс повышения квалификации для преподавателей перевода. У нас была инициирована одна из таких программ в Московском педагогическом государственном университете, магистерских программ, но тем не менее вот эта специализация лингводидактика перевода, она у нас по-прежнему в вузах еще не очень ярко представлена, но при этом при всем, почему я ее вынесла во главу угла, потому что сейчас все активнее, мы очень обрадовались тому, что мы договорились с отраслью, и представители бизнеса и работодатели очень активную часть принимают в жизни вузов, и в том числе в связи с разработкой данного документа многое они поняли, то есть о том, что у нас происходит, а мы поняли о том, что у них происходит. И представители бизнеса тоже сейчас ведут на занятия, повышают квалификацию не только преподавателей, но и наших студентов, имеют полноценные в своих компаниях отделы, занимающиеся практикой, как, например, в компании Янус, она у нас тоже одна из разработчиков профессионального стандарта, или имеют конкретных в своем штате конкретных людей, как, например, компания АКМ Вест, которая тоже у нас в разработчиках профстандарта. То есть совершенно четко компании осознали, что они не могут взять на себя полностью функции подготовки кадров для себя, да и не должны, но при этом они могут в этом активно участвовать. Поэтому лингводидактическая компетенция, то есть именно практикующих переводчиков, которые на самом деле их первый вид деятельности профессиональный, это переводческий, собственно переводческий, а второй смежный уже преподавательский, для них тоже очень важна. И я бы хотела сегодня заострить внимание только на двух моментах. Это как раз научно-исследовательская компетенция, которая, опять же, все более востребована среди профессионалов отрасли, поскольку сегодня век цифровизации все больше и больше на всех рабочих площадках нашего профессионального сообщества. Речь идет о том, что нужно сначала изучить то, что происходит на переводческом рынке, да, понять пробелы, понять насущные проблемы, и потом с помощью вузов, да, и с помощью активных проектов реализовывать и закрывать эти пробелы и решать насущные задачи. Все это лежит в области прикладного переводоведения. На мой взгляд, вот такое единение области профессиональной нашей, представленной работодателями и вузовской общественности, позволяет нам уже сегодня активно реализовывать так называемый project-based learning method, то есть проектное обучение, в том числе в нашей с вами профессии, в обучении переводу. Да? Опять же, возвращаясь к документу, в котором мы проговорили многопрофильную специализацию в области перевода, а документ заявляет порядка 20 возможных должностей, то есть, можно сказать, новых профессий, то есть, если вы изучите этот документ, вы увидите, что каждому квалификационному уровню там соответствуют возможные должности в компании. И среди этих должностей мы видим и редакторов перевода, обращу внимание, да, не редакторов в филологическом смысле этого слова, а именно редакторов перевода. Мы видим там технологическую поддержку, в том числе терминологов. Мы видим там менеджеров проектов. Мы видим там специалистов по контролю за качеством перевода и многое другое. Да. Я уже не говорю о том, что официально заявлен аудиовизуальный переводчик, переводчик-субтитровщик. И в этом же документе оговорены такие трудовые действия, которые мы обычно связываем с понятием локализации. Не прагматическая адаптация в нашем таком традиционном лингвистическом смысле, а именно локализация как производственного процесса, как понимают ее работодатели. В связи с чем, признав многопрофильную специализацию в области перевода, мы понимаем, что сегодня есть два насущных момента, которые очень важны нашим студентам, и по которым пока еще сведений маловато, да, они уже набираются активно, но тем не менее сказать, что это поле абсолютно точно вспаханное, на нем как бы можно уже сеять и что-то взращивать, мы еще не можем. Эти два аспекта – это структура производственного процесса и современные технологические реалии. Да? То есть это, собственно, то, что обычно студенты узнают на практике, и я, слушая наш первый доклад, была
Очень рада тому, что мы идем в ногу. Например, у нас есть такая ассоциация преподавателей перевода, я имею в виду в ногу с нашими польскими коллегами, которые недавно совместно с работодателями выпустили очень интересную книгу «Пособие по организации переводческой практики», которая написана не только преподавателями перевода из этой ассоциации, но которая написана в тесном сотрудничестве с работодателями, в частности, с компанией «ЭКОинвест» и целым рядом других, где, в общем-то, идея того, что должно быть на практике и каким образом, очень ярко изложена. Понятно, что эти два момента прежде всего связаны со стремительной цифровизацией нашей отрасли, да, то есть и вообще, и в вот эту, будем надеяться, постковидную, а не уже не ковидную эпоху в частности. Но я вот здесь с правой стороны все равно оставила жирным шрифтом выделенную адекватно такую опцию, как адекватное перевыражение смысла, как главная цель качественного перевода. То есть за всем этим, за производственным процессом, за технологическими реалиями, за автоматизированной помощью в осуществлении письменного перевода, мы все равно не должны забывать, что главная ценность качественного перевода – это его смысл. И вот мы здесь с вами все время балансируем, скажем так, да. И на мой взгляд, вот именно проектное обучение позволяет здесь балансировать достаточно удачно. Я вам демонстрирую те этапы команд выполнения или осуществления реализации командного письменного переводческого проекта, который использую на своих занятиях в аудитории со студентами в двух университетах, в которых я сейчас работаю. Там. То есть, как, если говорить в общем и целом, то первый этап в Высшей школе экономики командные работы фактически уже стали нормой, да, и я очень этому рада. Например, в Московском Ленинском педагогическом, так я его называю, Ленинский педагогическом университете, еще не очень это освоено, там все-таки это в основном какие-то на выходе уже, когда контроль идет за выполнением, это все-таки индивидуальные переводческие проекты, но при этом на занятиях можно практиковать и командные в том числе. В Высшей школе экономики мы уже вышли на мини-команды, то есть курсовые работы студенты могут выполнять в паре, и дипломные работы, не могу сказать, вот не знаю картины точной по количеству, да, то есть у меня нет командных дипломных работ, но именно переводчиков, но я вот плотно работаю, например, в нашем университете еще и с журналистами, и там каждый раз вижу уже второй год подряд, что очень много, 60% выпускных квалификационных работ бакалавров – это командные дипломные работы, поскольку у них практикуются творческие проекты, и команды, собственно, группируются как раз в зависимости от той трудовой функции, если говорить в терминах Минтруда, которую они, студенты, выполняют. Значит, на первом этапе мои студенты собираются в команду по интересам, делают это абсолютно самостоятельно, распределяют роли, которые я им предлагаю. Чаще всего это менеджер проекта, корректор, редактор, терминолог, и все они выступают в функции переводчика-исследователя. Кстати, в профстандарте у нас заявлена такая должность переводчик-исследователь, поскольку в вузах все чаще появляются лаборатории, научно-учебные группы и так далее. Затем они самостоятельно выбирают текст оригинала, самостоятельно, не я им предлагаю. Единственное мое условие, чтобы текст был свежим и не переведенным. Свежим, значит, появившимся в последние два года и никому не переведенным на русский язык до них, что тоже можно сегодня, к счастью, проверить и найти. Дальше в виде промежуточного контроля выполнения проекта у нас идет такая предзащита в виде презентации, где они демонстрируют свои удачные решения с их точки зрения, свои неудачные решения с их точки зрения, задают вопросы, и мы командно их обсуждаем, штурмуем мозговым штурмом, помогаем закрыть пробелы, если таковые остались. И затем уже мы выходим на итоговый контроль, собственно, на выполнение и защиту проекта. Хочу сказать, что поскольку вот я заявила это именно как исследовательская парадигма и прикладная одновременно, то когда мы выходим на защиту проекта, я еще прошу своих студентов завернуть это в традиционную академическую схему ИМРАД, так называемую, вы наверняка с ней все знакомы, да, то есть потому что мы в этой схеме пишем с вами научные статьи, стараемся выступать, Introduction, Methods, Research and Discussion, Results, простите, and Discussion. Таким образом, когда они уже презентуют финальную версию своего проекта, шапочкой или зонтиком к их результатам становится именно теоретическая формулировка той проблемы, которую они выявили практическим опытом.
То есть, когда они уже перевели текст непосредственно, да, то есть они поняли, что в этом тексте у них встречается какая-то проблематика достаточно часто, будь то прозвучавшие сегодня термины, англицизмы, я не знаю, термины, требующие расшифровки с помощью фоновых знаний, те же топонимы, и они, или сложности определения регистра дискурса, прагматической адаптации, они выносят эту тему в качестве теоретической в заголовок своего проекта. Предварительно мы с ними рассуждаем, да, что нужно сформулировать исследовательский вопрос, рабочую гипотезу, да, понять, какими методами вы к этому будете идти, и затем, собственно, уже огласить результаты. Таким образом, именно прикладной аспект теории перевода мне удается реализовывать на практических занятиях, потому что мы начинаем с исследования и заканчиваем исследованием. Что я имею в виду? То есть я показываю здесь пример этой дидактической цепочки. Мы начинаем с исследования, вот буквально сейчас мы с Анастасией Волковой в нашем Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики на третьем курсе бакалавриата выполняем курсовую работу. Вот эта курсовая работа на тему эргономика переводческого процесса и будет нашим исследованием, в результате которого мы сначала поймем, какие у нас задачи здесь стоят, что у нас сложного возникло именно применительно к рабочему месту переводчика. Опять же, понятно, что в связи со сложившейся ситуацией, в том числе не только цифровизации письменного перевода, но и, например, у устных переводчиков, которые стремительно в ситуации карантина перешли на удаленную работу. Да? После того, как вы в ходе исследования выяснили, собственно, что, на какие ответы, на какие вопросы нужно ответить, мы уже реализуем проект. И когда мы выполнили проект, и его уже мы можем расширить до дипломной работы, да, поняв, то после дипломной работы проект у нас, как правило, если он базируется на переводе оригинального текста или обработке каких-то первичных данных, да, или критическом анализе вторичных исследовательских данных, я призываю их где-то его разместить в сети, чтобы была ссылочка на этот проект. Мы говорим так, что проект должен где-то жить. И, собственно, когда он уже живет, мы эту ссылочку вносим в портфолио студента. То есть в дальнейшем, когда уже будет выходить на рынок наш студент в поисках рабочего места, он эту ссылочку укажет в своем резюме, то есть какие проекты он или она выполняли. Да? То есть я здесь вот даю, собственно, сведения о себе очень кратко. И у меня одна минута, я вам просто быстро покажу, как это выглядит. Секундочку, тороплюсь. Вот это я покажу. Вот посмотрите, например, как это выглядит буквально там один из последних свежайших проектов, выполненный моими студентами в Московском педагогическом государственном университете. Да, то есть это их презентация, в которой они, предзащита, скажем так. Да. Извините. Они рассказывают о структуре проекта, все абсолютно у нас открыто и доступно, то есть сидит вся группа, и мы слушаем друг друга, задаем вопросы. Фактически у нас это происходит в таком формате экспертной сессии. Там... Дальше менеджер погружает нас в сам проект, фоновые знания с ним связаны. Да, мы рассказываем о том, почему именно этот оригинал, а не какой-то другой. Да, мы рассказываем об авторах, которые, собственно, создали этот оригинальный текст. Да. И дальше уже переходим к тем самым основным проблемам, которые у них выяснились на промежуточном этапе. Каждый в зависимости от своей роли рассказывает о трудностях, уже связанных с выполнением этой роли в производственном процессе, да, и потом уже переходим непосредственно к комментариям переводчиков-исследователей, которые базируются, выглядят как профессиональный переводческий комментарий, базирующийся на знаниях о теории перевода. Чаще всего это, конечно же, переводческие приемы и стратегии. В данном случае вы видите иллюстрацию переводческих приемов. Терминологи также показывают то, что они сделали для проекта. Терминологи работают на всех, да, то есть участников команды, хотя их меньше, чем общее количество людей в команде. Опять же, поясняют какие-то сложности, связанные с переводческими приемами.
У каждого есть свой отрывок, текст выбирается, делится на отрывки, и у каждого есть свой отрывок, а потом стилистический редактор выправляет его до формата общего единого текста. Да, поэтому редакторы, вот как раз и корректоры, посмотрите, здесь это трудовые действия, они берут из профстандарта, на тот момент он был еще в проекте. Вот так это выглядят, дорогие коллеги. Здесь они на последнем слайде размещают, где проект может жить. Я их спрашиваю, кому может ваш перевод понадобиться, да, где вы можете его разместить уже на русском языке. Вот они считают, что проект мог бы быть полезен таким российским вузам, как МФТИ, РХТУ. Собственно, я им поручила с этими вузами связаться и выяснить, где же на сайте им было бы интересно разместить перевод такой интересной статьи, которую они выполнили. Вот у меня, собственно, все. Коллеги, я уложилась в свое время. Спасибо вам большое за это. Ну и теперь, что называется, давайте открывать камеры и будем обсуждать вопросы, вы себе помечали. Наверное, каким-то образом, может быть, вы мне будете все-таки сигналить вот ручкой, да, вот графически. А вот видно, мы не все хором говорили. Да, можно вот так, а можно... А видно, не видно? Да, Ольга, интересно. Видно. Вот Ольга первая подняла руку, мы вас слушаем. Да, как это самое. Первая вытянула счастливый билет, да? Смотрите, вообще-то у меня вопросы по всем презентациям, но я так смотрю, что мы, наверное, не успеем. Но я хотя бы вот последнюю, которую... вы презентовали. Если останется время, я спрошу и все остальное, все очень интересно. Значит, пока вы ищете, коллеги... Все, я ничего... Подождите секундочку. Ага. Если вы что-то хотели спросить, как говорится, но не успели, пожалуйста, возьмите мою почту у организаторов, пришлите на почту, я все систематизирую. Я обещаю, что ни один вопрос не останется без ответа. Вплоть до того, что потом соберемся в Zoom, когда нам будет интересно и удобно, потом, как продолжение этой конференции, и обсудим. Замечательно. И все-таки пока вот свежо в памяти ваше именно, давайте вот я хочу спросить, у меня три момента по вашей презентации. Первое. Командная работа в условиях онлайн. У нас уже карантин практически два года, скажем так. Соблюдается ли командность в режиме онлайн? Потом второе. Не переходит ли в условиях карантина это в систему какой-то индивидуализации? Потому что каждый сидит дома и работает сам по себе. Ну, это один из моментов. Это первое. Второе. Не спрашивали ли вы у своих студентов, не проводили ли опросы, вот, не получали ли фидбэк? Нравится ли им вот этот проект, который вы предложили? Вот, то есть как они на него реагируют. И третье, не служит ли, скажем так, вот эта вот функция студента, да, которую он получает в этом проекте, не является она ограничивающим фактором, что вот он выступал там, например, только корректором, потом его там кто-то, или там переводчик, кто-то его потом подправил. Вы понимаете, то есть вместо того, чтобы получить комплексность, они получают какую-то вот эту вот, ну, по крайней мере, я так поняла. То есть я так поняла, что мне бы так, ну, не хотелось, потому что я переводчик-практик. Да, я поняла. Вы поняли, да? И я знаю, что я выполняю вот эти все функции на предприятии, потому что я долго работала на этих предприятиях всяких, и все вместе, вот это все я, ну, скажем так. Да, спасибо. Да, да. Спасибо большое, я постараюсь как бы вот так в комплексе. Значит, во-первых, все студенты в проекте выполняют роль переводчика. Там роль переводчика выполняют все участники команды, это первое. А роль второстепенная, которая уже идет как редактор, терминолог или менеджер, она идет ролью номер два. Это первое. Второй момент. Я не проводила такого исследования, но, опять же, может быть, вы не услышали, что не я им предлагаю проект, они текст выбирают сами. Они сами его выбирают, и когда, например, один из проектов недавно был про то, что им казалось очень легко, сейчас они возьмут про королевскую семью и про историю интервью, значит, у Опры, да, то есть и все будет там здорово, потому что какие-то такие не очень серьезные СМИ опубликовали как бы вот статью об этом, а потом, когда они вот во все погрузились и поняли, сколько нужно будет фоновой информации достать, чтобы эту статью перевести, я им сказала, ребята, вы это выбрали сами. Не я вам навязываю тексты оригинала, вы выбираете их по своим интересам. Это второе. Да? Значит, следующий момент по поводу онлайна, наверное, самый важный. Значит, здесь две вещи быстро скажу. Конечно же, есть индивидуализация. Когда мы еще начинали в офлайне, да, то есть эту деятельность, мне тоже все равно приходилось им объяснять, что в команду надо объединиться. Не все хотят.
сначала не все хотят, да, начинается история, я уникальный, мне нравится только этот текст, да, то есть, но каким-то образом разъясняя им, что все равно им придется даже в онлайне все-таки быть членом команды и как-то подстраиваться, да, так или иначе, ну, если хотите, я это навязываю, так, to impose from a teacher on a student, да, но в конце вот такого, чтобы кто-то сказал, что очень остался недоволен, то есть у меня на почте есть отзывы про то, что, вот буквально вам цитирую, извините, что капризничали вначале и не хотели объединиться в команду, только теперь поняли, как это здорово. Да, поэтому в этом смысле, конечно же, командная работа, они, у меня есть для них форматы. Во-первых, Google группы, Google документы, они создают для себя еще отдельный чат в социальных сетях, где они встречаются. Я обязательно контролирую и спрашиваю, сколько раз вы собирались в Zoom все вместе, и как вы вообще готовились, и что вы делали. И они мне дают такой фидбэк. Поэтому, и плюс в конце еще тоже, когда они делятся на защите, они рассказывают, какие были сложности связаны вот с этими индивидуальными моментом. То есть они понимают, что они все индивидуальности, и что именно вызвало сложность в командной работе. То есть такой мы анализ тоже проводим. Вот если кратко, то так. То есть онлайн мне никак не помешал в этом смысле. Спасибо. Спасибо. Вот там я вижу руку, значит, Елены Евгении, простите, Масленниковой. Да. И... Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за возможность послушать замечательный доклад. У меня вопрос, касающийся авторских прав. То есть понятно, что для учебных коммуникаций можем брать любой текст. Если же мы его размещаем, как-то это вот значками копирайт это обозначается? Вы имеете в виду, размещаем перевод студентов? Не перевод студентов, как, например, есть официальные переводчики у того же Стивена Кинга, да, согласно которым никто, кроме этого переводчика, не может работать. Я поняла, спасибо большое за вопрос. Мы не переводим художественную литературу, которая принадлежит к пласту классики, это я сразу скажу. То есть в качестве оригинала выбирается свежий текст, но он изначально, как правило, да, размещен на какой-то сетевой платформе. Да, то есть это не авторское художественное произведение. Авторские художественные произведения мы в качестве командных проектов не берем. Ну, пока, скажем так. Поэтому такой проблемы, как авторское право, в этом смысле у нас не существовало. А поскольку мы берем из сети, там уже есть текст, который фактически, раз он в сети, в общем свободном доступе, мы чувствуем себя достаточно свободно, чтобы, собственно, осуществить его перевод. А потом, вплоть до того, что идем, вот девочки перевели с сайта Вашингтонского университета, я им предложила, собственно, написать туда и сказать, что, уважаемые коллеги, вот всем этим авторам, которых я вам сейчас показала, а у нас есть русская версия вашей статьи, а не хотите ли вы ее получить? Они очень заинтересовались и вот обещали мне списаться с коллегами. Вот так. Да, 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 потому что действительно, вот это вы абсолютно правы, зарубежные исследователи очень заинтересованы, все практически в продвижении их идей в другие страны. Да, вот это замечательный выход. Спасибо большое. Угу. Так, Татьяна Беляева, Татьяна, ой, мамочки, отчество забыла, боже, у коллеги по вышке, простите меня ради Христа. Угу. Пожалуйста, ваш вопрос. Татьяна Николаевна, да. Меня просто замкнула, прошу прощения. У меня вот в связи с последними событиями, прямо совсем свежими, вопрос. Вы как такое связующее звено между разработчиками и академическим сообществом. Вы, наверное, понимаете, какие последствия будут от принятия этого документа. Просто я его вчера посмотрела. Я увидела, что там есть определенные для каждого вида трудовой деятельности требования по тому, что должен знать человек. Я, например, прекрасно вижу, что в большинстве наших вузов то, что должен знать человек, не соответствует тому, что там запрашивается. Означает ли, вот как вы думаете, что придется переделывать учебные планы, вносить новые предметы и так далее? Татьяна Николаевна, я сейчас не буду говорить про весь проект в целом, потому что наша секция не про него, но ответ вам дам, потому что он был задан нам еще в самом начале, когда проект только рождался. Значит, в регламентирующих документах, методических документах Минтруда совершенно четко сказано, носит рекомендательный характер. И мы 10 раз спрашивали и убеждались в том, что как только появляется профстандарт, обязательно ли, вот все должны, что называется, строем выстроиться и весь его реализовывать. Нет, конечно. То есть он такой полифункциональный, потому что каждый университет может взять там одну функцию какую-то, да, и несколько трудовых действий, и сделать под это целую магистерскую программу.
Может ничего не делать. К тому же мы абсолютно спокойны, потому что новый стандарт 3++ для образования вышел раньше, чем профстандарт в результате. Соответственно, он будет действовать точно уж больше 6 лет, а данный профстандарт действует на 6 лет. Дальше не знаю, хватит ли у нас сил его актуализировать. Поэтому мы видим только один плюс для образовательного сообщества в этом профстандарте. И он заключается в том, чтобы каждый там нашел свое и имел какую-то легализацию того, что также, если мы обучаем автоматизированному переводу, я не знаю, открываем программу по проект-менеджменту, чтобы это было прописано в профстандарте. Все-таки это документ для бюджетных, для компаний, да, где 50% принадлежит государству, а потом уже для образования. Мы здесь гораздо более горды тем, что там коррекционные уровни 6,7, потому что мы спасли наших коллег, которые сидят на местах и которые получают зарплату по третьему коррекционному уровню ниже лифтеров. Да, вот у нас 6 и 7. Это нам давалось очень тяжело. А образование может взять отсюда только плюс. Этот документ не являлся директивой, не является, я вам гарантирую, не будет являться, потому что Минтруда делает эти документы совершенно не для этой цели. Но означает ли, что работодатели будут руководствоваться этим документом? Работодатели уже руководствуются, они его написали. Да. Они его написали, они им уже руководствуются. Они описали работодателя тех специалистов, которые им нужны. И я вам скажу, что в этом стандарте 60% специалистов, которых у них нет. Они бы очень хотели, чтобы они появились. Именно так и задумана реформа, чтобы работодатели сказали образованию в своих профстандартах, кто нужен, а уж образование, пожалуйста, там, старайтесь. Но при этом есть образовательные стандарты, которые не обязаны, еще раз, подстраиваться под весь профстандарт. Это просто невозможно. Понятно, спасибо. Коллеги. Мне как-то неудобно, что вопросы были только ко мне, означает... Вопросы у меня в случае чего есть вопросы. Если вдруг ни у кого ничего нет, я могу задать вопрос, но не у меня по нескольким... У вас просто есть еще 3 минуты, коллеги. 3 минуты, я обязана их отдать на вопросы, как модератор. Ну, давайте я задам вопрос тогда еще раз. Только давайте, вам, конечно, а вот давайте. Тоже перед вами выступала Ольга Николаевна. Я правильно понимаю, да? Да-да-да. По новостной информации. Вот, мне тоже 2 момента. И все-таки вот не встречалось ли к вам, вы упоминали, как все-таки переводится ЛНР и ДНР? Потому что вы так упомянули, а мне просто, я поняла, что я не встречала этой информации, это первое. И второе, вы говорили о том, что ну, в зависимости от того, как там переводчик передаст, там, ну, он должен понимать там ситуацию и все остальное. Но не нарушается ли здесь принцип того, что переводчик должен передавать смысл и оставаться нейтральным? Только да, если, например, заказчик скажет так, обрисуй мне эту ситуацию в негативе, да, сформулируй такое негативное мнение, и переводчик, соответственно, уже тогда как-то это сам. Но в принципе задача переводчика все-таки оставаться нейтральным, что касается устных переводов и что касается письменных переводов. Ну такое мое мнение, это классика как-то, ну, может быть, как-то по-другому сейчас. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ну, что касается ДНР, то, конечно, никакой номинации соответствующей, да, Донецкой Народной Республике в англоязычных источниках не появляется. Это rebels. Вот. А второй вопрос. Конечно, это крайние случаи, я говорила только о тех случаях, когда вот такие номинации расходятся, да, диаметрально. Вот. Но дело в том, что когда это имеет место, то, конечно, трансформации тоже следует вслед, да. И я имела в виду ситуации работы наших выпускников как раз в новостных агентствах информационных и редакциях, потому что, как мы знаем, редакционная политика, да, это факт, и редакторы будут как бы ожидать соответствия, да, определенные и изменения лексики.
Вот. Поэтому без этого ничего не получится. Можно добавить, Ольга Николаевна? Ольга Николаевна, можно я добавлю к вашему ответу? Безусловно, конечно. Вы знаете, коллеги, в новостях, может быть, не встречается, но вот я имела дело с переводом статей с русского на английский из нашего академического сообщества, статей на политологические темы, да? Научных статей я имею в виду. И там, естественно, по-русски политологи наши пишут об этих, скажем так, используют данные названия. И совершенно четко даже журналы и первых, вторых кварцелей принимают варианты в двух ипостасях. Скажем так, либо идет калька «The Donetsk People's Republic», да, вполне встречающаяся в переводных статьях наших коллег, да, в основном, да и у англоязычных тоже, кто именно этим вопросом занимается. И есть транслит, да, особенно у англоязычных авторов в академических статьях на политологические темы, транслитерации «Донецкая» и так далее. Mm-hmm. То есть все-таки какой-то вариант существует. Я понимаю, что в данном случае мы не про новости говорим. Калька и транслит существуют. Ну, а если говорить о прагматике, конечно же, мы в этом смысле, наверное, слушаем коллеги Павла Руслановича Палащенко, который нам всегда очень четко в своих постах в Фейсбуке показывает много-много разных кейсов, как подстраиваться в этой ситуации, все-таки оставаясь нейтральным, но при этом соблюдая все требования по перевыражению смысла. Коллеги, у нас исчерпан регламент. Мы должны заканчивать, 15 минут вздохнуть, потому что дальше мы уходим на круглые столы, в том числе я модерирую круглый стол по жестовому переводу. Приходите, будет интересно. Про жестовый перевод еще ни на одной конференции так полноценно, как сегодня, никто не докладывал. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Спасибо за все доклады. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго.